Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні гості, шановні експерти. Усі, хто, як завжди, по четвергах о 19.30 збирається біля екранів, по цей бік екрану, по той бік екрану, для того, щоб поговорити про найактуальніше, найцікавіше, найголовніше у житті Миколаєва в програмі «Контраргумент». Здебільшого ми відходимо від якихось конкретних фактів, від якихось конкретних подій, для того, щоб обговорити речі, які нас турбують, які є для нас важливими. Втім, сьогодні ми вирішили трохи відійти від цієї практики і поговорити про дещо філософське поняття. А саме про те, що таке миколаївці, що таке, чи є така спільнота, чи є таке щось особливе саме у жителях Миколаєва. Що нас відрізняє, чи відрізняє взагалі від жителів інших міст? Але, адже ми знаємо, що ну, є львов'яни, ми знаємо, що, що таке одесіти. Хоча, звичайно, здебільшого це, звичайно, все ж таки міфи. Втім, є міф про Миколаїв, чи про одеситів, чи про львів'ян, чи про будь-кого іншого, там, скажімо, про оцих западенців, чи про жителів Донбасу. Чи є міф про Миколаїв, про миколаївців? Чи варто такі міфи створювати? Чи є щось таке особливе в нас насправді? Чи, можливо, треба пошукати щось таке, що може нас зробити саме спільнотою миколаївців? Ми не випадково запросили сьогодні на програму людей, які не є миколаївцями за народженням. Але вони, саме вони, як на мою думку, певним чином створюють той особливий колорит Миколаєва, який ми маємо, який ми любимо, який ми цінуємо. Втім, ми трохи згодом, як завжди, познайомимося із нашими гостями, із нашими експертами. А зараз давайте подивимось, що самі миколаївці думають про себе. Будь ласка. Уникальность жителей нашего города в том, что они более-менее сплоченно живут, все едины духом и все за самостоятельную свободную Украину. Я бы раньше ответила, что это был город-судостроитель Карбыстрети, а теперь я не могу сказать этого. Я даже в чем уникальность, не знаю. Город корабелом. Все гордятся этим, но заводы не работают. Сейчас такая ситуация очень тяжелая. И никто, никому нет дела до этого. Все заглохло, когда только выборы, начинаются эти все вопросы поднимать. Обещать, обещания. Все лежат. Это очень печально. Город выживает сам по себе. Мы самые лучшие. Живем в самом лучшем городе в мире. Да я думаю, никакой особенности. Каждый любит свой город. И все. Мы любим свой город, они любят свой город. И все. И так и мы живем. Чем уникальный житель? Ну, в том, что они верят, наверное, в государство. Ждут от него каких-то подачек, хотя, в общем-то, мы отдаем налоги, и они уходят непонятно куда. Так что, вот, наверное, в такой вот инфантильности. Я думаю, что жители Николаева – это такие ну, тихие люди, которые каждый живет в своем мире. И не знаю, мне Николаев кажется уютный город с уютными людьми. Не знаю, везде у всех, наверное, обыденная жизнь. Все одинаковые сейчас. У всех работа, дом, работа. Мало кто. Ну, есть еще такие, которые там ездят куда-то за границу, отдыхают, мир видят. А так, у всех, наверное, одинаково. Семья, дом, работа. Больше ничего. Ну, у нас тут вообще город корабелов. Вот. Хотя наши корабелы сейчас везде за рубежом квалифицированные. Вот. Ну, уникальность, каштаны, берега двух рек, красивые пейзажи. Что еще могу сказать? В Николаеве красивых девчонок не счесть. Сразили бы два Нью-Йорка. Украины надежда, опора и честь. И скучает по ним де Мальорка. Окунись в лунный свет на Советской. Одна красивее другой. Вроде бы там не светски. Но душою и сердцем зовут за собой.
Отже, як бачимо, і серед миколаївців немає єдиної думки про те, що таке миколаївці взагалі, і чи можна говорити про якусь унікальну спільноту під назвою миколаївці. Ну, втім, це і добре. І саме зараз ми про це поговоримо з нашими унікальними гостями, бо справді кожен з них є певним уособленням миколаївця, є певним уособленням всього кращого, що є у миколаївцях, незважаючи на те, чи ця людина тут народилася, чи приїхала зовсім порівняно недавно. Втім, слово моїй співведучій Вілеті Ротюнян, і вона вам представить наших гостей. Будь ласка. Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні у нас, як завжди, відомі миколаївці в гостях. Тож, В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Будь ласка, візитівку. В'ячеслав Сімченко, директор ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод». Уродженець Одеси, математик з освітою. 16 років займається комерцією. Став широко відомою у Миколаєві 2,5 роки тому завдяки діяльності його підприємства і допомозі військовим. Завод активно ремонтує та модернізує бойові машини. Голова Миколаївської міської організації блоку Петра Порошенка «Солідарність». Юрій Любаров, директор дитячого містечка «Казка». Будь ласка, візитівку. Юрій Любаров, псевдонім Йосіч, директор дитячого містечка «Казка», автор п'єс і пісень, книг про історію рідного міста для дітей і дорослих. Актор, режисер, телеведучий, співавтор телевізійних проєктів, що відрізняються незвичайним поглядом на сьогоднішній день і минуле Миколаєва. Та Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук та професор. Олександр Пронкевич, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Досліджує історію світової літератури, особливо цікавиться іспанською. Літературний критик, позаштатний співробітник телеканалу «Миколаїв». Співавтор відомого телевізійного проєкту «Місто та знаки». Отже, я за традицією хочу надати слово по хвилині на початку програми нашим гостям. Втім, сьогодні у нас тут поступила досить цікава пропозиція. Я думаю, що вона є дуже слушною. Я пропоную зараз кожному з наших гостей, ну, спочатку гостям, потім експертам, одним словом, яке для нього є найбільш характерним, ну, на його думку, визначити, що таке Миколаїв, чи який є Миколаїв чи миколаївці. Отже, будь ласка, панове, зараз по хвилині вам, а потім, я думаю, що кожен по 30 секунд може взяти собі для того, щоб або обоснувати те, що він хоче сказати, або просто щось висловити. Втім, будь ласка, думайте вже над цими визначеннями. Ми, думаю, зробимо таке коло спочатку, а потім наприкінці програми і порівняємо, що у нас вийшло. Будь ласка, починаємо з вас, Вячеслав Вікторович. Якщо говорити о миколаївцях, я б одним словом сказав «активне». А если говорить о городе, то сказал бы слегка недолюбленный. С одной стороны, вот, если говорить о бренде города, бренде жителей, в принципе, то люди везде одинаковые. Николаев, Одесса, Львов, Харьков, Нью-Йорк. Все руководствуются одними и теми же эмоциями. Да, есть бренд. Однозначно Николаев – это да, бренд города Корабелов. К сожалению, этот бренд сегодня, от него вот остались воспоминания гораздо больше, чем оно есть в реалиях. Хотя и сегодня действительно наши ребята строят корабли, но в других странах. Они строят и в Испании, и в Чехии. Город Корабелов эмигрантов. Да, да, да. Но в любом случае это ну, кузница кадров Корабелов, как угодно. Но это еще действует. Но уходя сегодня на второй план, опять же, в силу тех той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине, мне кажется, по сравнению с другими городами, именно Николаев наиболее активно, наиболее ярко проявил себя как волонтерский город. То есть не просто отдельные люди, а действительно тут очень активное общественное движение, журналистское движение. Мне кажется, ни в одном другом городе Украины нет такого количества СМИ, как в Николаеве. Вот. Это достаточно. Поэтому очень многие вопросы обсуждаются
среди общественности в Николаеве, мне кажется, гораздо активней, по крайней мере, вот, чем в Одессе. То есть то, с чем я могу четко сравнивать постоянно. Что касается, кто больше николаевец, кто меньше николаевец, не знаю. Я думаю, Леонтовича, наверное, в Питере знают гораздо меньше, чем в Николаеве. Ольшанского тоже в Харькове эту фамилию меньше знают, чем здесь. Поэтому тут все весьма относительно. Тоже адмирал Грейх, тоже, думаю, не каждый в Кронштадте знает, кто это. Поэтому есть, безусловно, каждый из нас любит бесконечно то место, где мы родились, где мы выросли, где наши самые добрые и нежные воспоминания. А потом уже как складывается работа, где кто достигает какие достижения, вот там оно, где наследил, что называется, там и оставил. Спасибо, Юрий Любаров. Если говорить про одно слово о Николаеве и николаевцах, ну, я совсем недавно для себя вот такую формулировку вычленил. Наш город такой, знаете, пограничный. Граница, которая идет через Николаев, вот как раз и делит, мне кажется, делит и Украину как-то вот на западную, условно, и восточную. Мы постоянно живем не там, не там, или и там, и там. Одной ногой мы полуостров, другой ногой мы остров. В лимане сегодня вода соленая, завтра вода пресная. Вот так же и город Николаев, как бы вот весь целиком вот пограничный. И вот это наше пограничное состояние. То мы город корабелов, то мы город портовиков. Потом опять через 50 лет мы город корабелов, потом опять через 50 лет мы город портовиков. Ну, есть у нас и единое, конечно, это то, что мы постоянно город самых красивых девушек. Это, в принципе, нас и цементирует до сих пор. Поэтому вот пока так вот, пограничный. Вот. Спасибо. Александр Викторович, пожалуйста. Ну, не знаю, смогу ли я сейчас выдать это слово. Ну, может быть, первое слово одно такое. Мне кажется, что город для меня, прошу простить, похож немножко на гетто, в смысле закрытости в прошлом. Вот. Но, как это ни парадоксально, во время выхода из этого состояния в городе образовалось неимоверное количество возможностей, которые жители города Николаева, мне кажется, до конца еще сами не осознают. Поэтому вот такой вот образ для меня, такая бутылка с длинным горлышком, из которой мы выходим на большой такой простор. Вот, и как раз оптимизм, наверное, моего суждения, хотя он кажется немножко такой грустным, да, состоит в том, что это действительно город многих возможностей. Как бы сказали американцы, land of many opportunities. Только нужно этими возможностями уметь пользоваться. Спасибо большое. Я хочу сказать, что не случайно, вот, Юрий, по большому счету у нас сегодня, как очень часто бывает, очень условное деление на экспертов и гостей, потому что, в принципе, любой из экспертов мог бы в полном праве занять место гостя и наоборот. Поэтому тут действительно все собрались в Николаеве, собрались люди, которые город любят, которые городу имеют очень близкое и очень какое-то вот такое интимное отношение, то есть это не просто там приехал, покрутился и уехал обратно. А они формируют этот город ежедневно, они вкладывают как свою душу, свои знания, свои умения, результаты своего труда вкладывают в то, что в конце концов становится Николаевым в неком метафизическом смысле. Однако вот очень хорошую фразу, казалось бы, такую очень комплиментарную, сказал Вячеслав Симченко о том, что это город волонтеров, город сплошных вот, активистов и так далее. Я недавно прочитал очень хорошую фразу о том, что да, для тех, кто живет в Фейсбуке, кажется, что вот мир, он, собственно говоря, сконцентрирован в Фейсбуке, и все вот такие, все единомышленники, ну, кто-то там где-то там в деталях расходится, но в целом, в общем-то, вот мы все думаем одинаково. Однако вот эта вот самая вот активность, которая есть в Фейсбуке, и люди, которые эту активность проявляют, они ко всем остальным относятся приблизительно так, как наконечник копья к его древку. И в плане соотношения размера, и в плане веса, и возможностей, и так далее. И вот тех самых вот инерционных возможностей, да, все-таки я думаю, что древко это куда более мощный рычаг, чем только наконечник этого самого копья. И я думаю, что никому иному, как волонтерам, наверное, вот очевидно, с одной стороны, огромная активность
немногих, а с другой стороны, невероятная пассивность, ну, куда большего количества. Поэтому я думаю, что вот те самые полминуты, которые я сейчас хочу предложить каждому из наших экспертов, чтобы не снижать нашу общую динамику, начнем мы с Ильи Шполянского. Пожалуйста. Для меня Николаев – это, наверное, кокон, внутри которого бьется бабочка. Ну, кокон такой толщины, что проломить его на сегодняшний день кажется невозможным. Но, может быть, именно и эта невозможность и вырастет эту бабочку. Сегодня очень часто вот у Николаев, я не знаю, для меня он ассоциируется, наверное, с широким ланом. Вообще, кто служил в армии, Николаев, там, широкий лан, один из самых больших полигонов в Украине. И это просто вот эта грязь по колено, это беспросветное вообще ежедневный холод зимой, беспросветная совершенно тьма, такой мрак, морок, который окутывает. Вот, честно говоря, у меня часто такое впечатление. Все, что в Николаеве делается, это вопреки, а не благодаря. То есть все люди, которые в Николаеве пытаются что-то делать, они со всех сторон на них навешиваются, и все им говорят: зачем ты это делаешь, зачем тебе это нужно, или уедь отсюда, или зарабатывай деньги, это точно здесь не получится, и, скорее всего, это никому не нужно. И иногда, я уверен, каждый, кто здесь есть, это ощущение появляется, когда он понимает, когда там человек готовит какое-то мероприятие, на него приходит 5 человек, он думает: действительно, мне это не нужно. Но именно вот это упорство, с которым 0,1%, наверное, сейчас в Николаеве это активных людей, которые пытаются его поменять. Это вот те вот 500 человек в Фейсбуке, ну, может быть, 1000 человек в Фейсбуке, которые пытаются что-то сделать. И вот, может быть, это общее равнодушие так закалит людей, что они что-то изменят. Ну, я так надеюсь. Спасибо. Ну, кому как не археологу, который уж точно-то знает, что все проходит, все приходит, все повторяется, судить о Николаеве, так сказать, из глубины веков. Александр Смирнов. Спасибо, конечно. Ну, я постараюсь не из глубины веков судить, а свое впечатление о Николаеве. Николаев, впечатление, наверное, не мое, а очень многих людей, которые к нам приезжают, они говорят: у вас такой спокойный город. Вот, наверное, Николаев у меня в ассоциации спокойный город. Я соглашусь с Ильей, да, вот у нас все спокойно. Недавно была делегация из Харькова, из Львова. Они гуляют по центру, говорят: у вас так все спокойно. А николаевец для меня также, в свете того, что очень много езжу, это человек, который никуда не спешит. Вот такой вот южный тип представителя, да, вот, который никуда не спешный, николаевец неспешный, он никогда, никогда, никуда не спешит. Все успеет сделать в свое время. Вот такие ассоциации пока без глубины веков, можно так сказать. Спасибо большое, Александра Финькова. Как всегда, ставит диагнозы, ну, причем практически всегда психиатрические. Я когда только узнала о теме программы, думала вообще с другого боку, и когда ты заговорил о разных городах, пришло такое воспоминание. Был у меня период в практике, когда я каждый день принимала людей из разных городов. И сложилось вот впечатление о типаже таком обобщенном людей из разных городов Украины в основном, особенно. Вот николаевцы отличаются от других тем, что они закрыты, но вот в том смысле, что они готовы вот-вот открыть. То есть это открытие, которое готово случиться, но которое еще не сделали. То есть первое впечатление бывает такое очень угрюмое, скудное, как будто вот ничего-ничего, как говорили, да, дом-работа. И вот чуть-чуть так теплом, чуть-чуть вот души, и раскрываются такие чудеса, раскрываются такие глубины, раскрываются такие способности, что, ну, оптимизму быть. И это то, что мы увидели, когда возникла необходимость раскрыться, когда был повод, самые чувствительные, самые чуткие открылись тут же, и появилась десантура, волонтерство, вот все то, чем Николаев прогремел. Майдан, который один из немногих стоял с первого дня до последнего, стоял в Николаеве, били в Киеве и в Николаеве, и выстояли. Потому что есть чему открываться. Но много-много поколений закрытых, выращенных в закрытом городе, наученных не высовываться и молчать. Передали навык не высовываться и молчать, но не убили душу. Спасибо большое, Игорь Пух. Редкий случай, когда Игорь не будет говорить об Израиле. Если очень коротко, то я могу лишь присоединиться к мнению о том, что Николаев очень закрыто, как улитка. То есть город сам в себе. Ну, люди
сами в себе. Это первое. А второе, что я хочу сказать, это у нас нет звезд в городе. То есть нет, я не беру часть этой жизни вот последних двух лет, трех лет, да, волонтерство, война и так далее. Я говорю немножко о другом. Нет звезд. Если мы вспомним те еще там конец 80-х там, и чуть раньше, да, то есть чем мог гордиться закрытый тогда Николаев? Музыкантами, очень яркими, да, которые выбились там, ну, Игорь Крутой, там, Серов, там, Меладзе, там, и так далее, и так далее. То есть и мы, закрытый город, страшно этим гордились, потому что, ну, это было действительно ух ты. Сейчас ничего подобного нет. Ну, может быть, опять же, присоединяя к словам Ильи, может быть, это когда-нибудь появится. Спасибо. Андрей Острий, пожалуй, самый молодой из николаевцев. Ну, да, вот. Пару лет живу в Николаеве. Мне вообще так удивительно слушать от николаевцев вот какой-то такие нотки пессимизма. Про николаевцев коротко. Отзывчивые. Меня очень-очень впечатлила такая отзывчивость николаевцев, особенно в случае, когда, ну, вот это мне его рассказывали, я его не застал, когда в зоопарке там не было, ну, что там было какие-то перебои с кормлением животных, и натащили столько еды, что просто уже директор отказался, говорит, не надо, нам негде хранить. Это раз. Второе, очень много я сталкиваюсь с тем, что люди действительно отзывчивые, идут на контакт, с удовольствием помогают и так далее. А о самом Николаеве я присоединюсь вот к фразе «спокойный». Мне очень комфортно после динамичной Одессы, например, мне здесь очень комфортно просто бродить. Вот, ну, я люблю гулять, просто ходить по улицам, гулять, и ну, я с истинным этим наслаждением. То есть город такого невысокого темпа. Спасибо. Оксана Куриная, впервые у нас на программе, надеюсь, будет часто. Пожалуйста. Здравствуйте. Когда я думала про Николаев, сразу возникла картинка, для меня это слоеный пирог. Потому что в каждом этом слое николаевец свой. Например, я знаю чудесных волонтеров, которые сажают деревья в Матвеевском лесу или помогают опять-таки тому зоопарку. Я знаю николаевцев, которые вот недавно был случай, когда 110 саженцев повреждены были. На Аллее Славы, это тоже николаевцы. Я знаю николаевцы, которые ездят на Майдан, ездили. И я видела очередь николаевцев в небезызвестный день референдума в Крыму, которые стояли за паспортами в Россию. Это тоже николаевцы. Они очень разные. Но у меня еще одно определение, я тоже не могу уложиться в одно слово. Николаев для меня притягателен. Потому что притягивает же не только хорошее, притягивает еще и что-то такое, что хочется узнать, что непонятно, что, может быть, немножко страшит, но в этом тоже нужно найти какой-то положительный, какой-то свой аспект. Так что вот для меня Николаев такой, разный. Спасибо. Ну, Кирилл Горбенко, он тоже, для него сегодня это премьера на нашей программе, хотя он очень неизвестен в Николаеве, и я думаю, что опять-таки, как историк, найдет что-то особое в определении. Да, спасибо. Добрый вечер всем. Ну, я могу сказать, что Николаев у меня в генах, потому что первые мои предки родились здесь в 1818 году, и я в шестом поколении николаевец. То есть я не только люблю этот город сегодняшний, но и он у меня в крови. И зная историю, и занимаясь историей, тем более древней историей, да, раскапывая в центре города древнее городище, древний город, я, наверное, могу сказать, что одним словом, что Николаев – это, наверное, феникс. Столько раз он погибал и возрождался, и я думаю, что в перспективе мы и это переживем. И неважно, сколько процентов, 10% общества делают историю. И если у нас 10% активных людей, которые хотят что-то делать и не требуют за это сразу 7-минутную выгоду, то у нас все будет хорошо. Поэтому это феникс. А николаевцы – это работа-дом, да? То есть работящие и домашние, то есть теплые, душевные. Спасибо. Сергей Гаврилов, еще один историк, который тоже совсем как бы вот не с николаевскими корнями, но который уже ассоциируется с Николаевым настолько, что скажи кому, что Сережа приезжий, так, наверное, и не поверит. Мало того, помимо того, что это Сергей историк, он еще изумительный бытописатель, и несколько его совсем маленьких тоненьких книжек вмещают в себе такие удивительные наблюдения, а такие слепки эпохи, что я уверен, еще и по ним тоже наши будущие поколения будут изучать Николаев и николаевцев. Пожалуйста, Сергей. Доброе слово и кошке приятно. Спасибо. Здесь говорят о ментальности, об общинной. То есть это философское понятие. То есть вот кто такой николаевец, как с ним бороться.
Я хочу добавить сюда, так сказать, чуть-чуть со стороны. Лет 5 назад прочитал такую удивительную сводку МВД всеукраинскую. Так сказать, рост профильной преступности. Одесса лидирует по мошенничествам. Луганск, Донецк лидирует изнасилование, бандитские нападения, разбои. Западная Украина, Львов, контрабанда. Полтава, там, Винниц, работорговля и так далее и тому подобное. Николаев, угадайте с трех раз, черт с два, не угадайте. Столица хакеров. Столица хакеров, то есть интеллектуальная преступность. Меня в связи с этим, вот, в связи с системным таким вот подходом МВД, кто такие николаевцы, у меня вот есть тоже одно слово, надежда. Спасибо. И Михаил Гольнберг завершает наш круг, а потом Сергей, сам того не зная, предварил замечательный сюжет, который сняли мои коллеги к этой программе и который, собственно, я уверен, будет корреспондироваться не только со словами Сергея, но и со словами Михаила Давидовича. Здравствуйте всем. Для меня вот к Николаеву и к николаевцам, как мне кажется, больше всего подходит слово «ностальгия». Ностальгирующие, ибо, вот о чем уже говорилось, это общеизвестно, судостроение размыто, но оно у нас в памяти, это именно на этом зиждется наша память. Но вот пока нового ничего не создано, и здесь уместно сказать о наследии, ибо вот та аура городская, в общем-то, и так строится из вот этого вот, из того, что создали наши предки, из того, что создавали предыдущие, вот, недавние поколения. И это все и составляет вот, как бы, вот такие вот мозаику нашего города, его лицо, его черты. И вот мне кажется, что в свете того, что говорилось о гражданском обществе, которое, в общем-то, у нас практически не существует. Конечно, это исходит из бывшей закрытости города, но вот именно из-за этого, я думаю, и происходит то, что сейчас происходит. То есть и то наследие, которое есть у нас, в общем-то, под угрозой уничтожения. Вот это, мне кажется, одно из основных опасностей. Спасибо. Михаил Давидович не пришел к некоему... А, ностальгия, было слово одно. Я опять возвращаюсь к нашим гостям. Хочу сказать, что вот Александр Викторович и Юрий Иосифович Любаров, они уже даже в портретах были представлены как соавторы телеканала «Николаев», как соавторы, с моей точки зрения, совершенно уникального проекта под названием «Город и знаки», потому что ну, много всяких есть программ, да, когда ну, ходят по городу, там что-то рассказывают, какие-то экскурсии. Ну вот попытаться прочитать Николаев как совокупность знаков, как совокупность смыслов, ну, по-моему, пришло в голову впервые вот как раз этим нашим уважаемым гостям. И в нашей программе сегодня будет появляться несколько фрагментов из этих программ. В частности, Юрий Любаров и Александр Панкевич задались вопросом, а что ж такое сердце города? Ну, если формально, да, там это вот парк, который до недавнего времени так назывался, а еще раньше был Пролетарским сквером, а теперь он уже стал Мангонариевским сквером. Однако, вот давайте мы начнем с этого парка, а потом еще несколько раз вернемся к этому самому понятию сердца города и выясним, где у города легкие, где город, где почки, где кишечник, ну а где и прочие органы. Давайте посмотрим. Участок земли застроился раньше самого Николаева. Первый собственник нашего полуострова, купец Франс Фабре, возвел тут свой каменный дом, мельницу и разбил сад. Однако Потемкин отобрал у него все и велел заложить верфь. Сначала верфь, потом город. Традиция станет устойчивой, и жизнь николаевцев 200 лет подряд будет зависеть от строящихся кораблей. Сейчас кораблей нет, а жизнь продолжается. Значит, сердце не здесь. Территория будет обретать свое архитектурное пространство не вдруг и не сразу. Архитектор Карл Акройд сделает проект адмиралтейских ворот и казарм флотского экипажа.
В 70-е годы 19 века одно здание перестроят под Александровскую гимназию, затем сюда поселят строительный техникум, который потом превратится в колледж. Небольшой скверик постепенно будет втиснут внутрь дворовое пространство. Каменное здание бывшего детсада, сегодняшнего райисполкома, ограничит от города зеленую зону с западной стороны. Ворота Адмиралтейства северные, с востока будет нависать строительный колледж, а с юга – старые жилые строения и областной суд. Парк замкнется сам на себе в стороне от основных коммуникаций. Это уже не сердце города. Это больше похоже на щитовидную железу. Ну, собственно, кому ж и слово-то как... Можем сказать, что это скажем тексты... хором, это Гаврилов написал. Это текст Гаврилова на самом деле, понимаете? Это, ну, тогда да. Давайте начнем. Сергея, но, в принципе, я надеюсь, что, в общем-то, сегодня достаточно непринужденная атмосфера. Нет у нас, вот, как я уже сказал, такого жесткого деления на гостей и экспертов. Поэтому, в общем-то, кто что считает нужным, только, пожалуйста, следите за таймером. 2 минуты, Сереж. Ну, это вообще очень необразно. Сердце... Печень, почки, прямая кишка. Я считаю, что это не в архитектуре. Не в архитектуре, это в головах. Я вот, знаете, хочу сказать одно. Вот смотрите, мы тут все начали говорить о том, почему, так сказать, вот николаевцы вот такие вот. Вот они отзывчивые, там, еще какие-то. Но самое главное, так сказать, они все выросли в закрытом городе. И почему же у нас там вот... Такие отзывчивые николаевцы садят там аллею деревьев, потом они вырывают ее там и так далее и тому подобное. Очень низкий уровень доверия в нашей николаевской городской общине. Что я под этим понимаю? Очень просто все. Еще в 50-х годах, нет, извините, в 90-х годах американские социологи провели замечательный эксперимент. Вот едет машина, так сказать... Там инициируют ДТП 60 миль в городе, 60 миль в час. И вот задают вопросы там в разных странах. Так сказать, 2 человека сидят, так сказать, отец и сын. Отец за рулем. Подходит полицейский, сколько была скорость? При скорости в 40 миль никого не посадят. Так сказать. И вот американцы, так сказать, вот сыновья ответили... Из 100 человек 87 сказали правду. В Норвегии, Швеции, вот в Скандинавии там выше, в Англии сказали 98 человек правду. На постсоветском пространстве 10. Представляете, сколько в Николаеве сказали бы правду люди. То есть для них главное, так сказать, не то, что там вот связано с кровнородственными какими-то узами, а то, что вот община, город, государство – это большая семья, высокий уровень доверия. И вот в Николаеве такого высокого уровня доверия нет. Вот это вот беда общины, понимаете? А метафоры сердце, почки, легкие, ну это здесь это больше в коммуникациях, так сказать. Потому что если мы говорим о ментальности и менталитете, это разные вещи. То есть ментальность это, так сказать, как что-то общее, куда входит и культура. А менталитет будет и политический, и экономический, и культурный, и эстетический, и так далее, и тому подобное. То есть вот благодаря тому, что у нас нету этого общего высокого уровня доверия, то есть мы не воспринимаем общину как какую-то единую семью, какой-то единый организм, так сказать, вот у нас сердце. У нас его нету просто. У нас органы не сформированы внутри. Вот уже тема для дискуссии. Провокатор Гаврилов бросил первый камень в сторону наших гостей. Пожалуйста, Вячеслав. Мне понравилась фраза в этом ролике. Вот кораблей нет, а город продолжает жить. Значит, сердце не в кораблях. Точно так же не будет портов, либо там еще чего-то, а город будет продолжать жить. Значит, однозначно, не согласен, сердце есть, а сердце – это люди, которые тут живут. Почему Америка – великая страна? Да? Со всего мира в Америку приезжали всегда наиболее активные, наиболее авантюрные, прогрессивные люди, и ее строили, развивали. При этом, опять же, есть феномен американского города Детройт, который был, ну,
просто-таки промышленный монстр. Это столица мирового автомобилестроения, который мощно развивался. Туда приезжало большое количество людей. Потом ряд условий, которые были сформулированы местной властью, привели к тому, что люди стали оттуда уезжать. И сегодня Детройт – это большое количество пустых многоэтажных заброшенных домов. Это самый высокий уровень преступности, абсолютная практически там, безграмотность. И нет уже ни промышленности, нет ничего. Поэтому, мне кажется, все-таки основное богатство любого города, в том числе, если, конечно, и Николаева, это люди. И надо делать максимально, чем больше будет сюда приезжать. Где-то, понятно, когда приезжает много, то приезжают разные. Америка может себе сегодня позволить отбирать, но при этом тоже туда приезжают разные. Приносят где-то и позитив, и негатив, но в любом случае это то, что называется всегда обновление крови, это всегда повышение какой-то активности, взаимодействия, и это как раз заставляет сердце биться чаще. Нет, тут все очень правильно. Вот хочу сказать, что прекрасно, что его подхватывает, я просто хочу как бы слегка вот направить, да, ваше рассуждение. Вот вы сами не раз говорили о том, что начиная программу «Город и знаки», вы, в общем-то, не знали, к чему вы придете. И многие вещи вы открывали для себя в процессе такого пристального присматривания к городу с этой точки зрения. Поэтому вот очень интересно о вашем опыте в том числе. Я сейчас коротенечко, чтобы Александру Викторовичу передать это. Я к тому, что если мы говорим, что в Америку приехали самые активные, они же откуда-то уехали. Они же от нас уехали, понимаете? А к нам-то приезжают активных мало. И в Израиль, кстати, тоже. Очень, очень мало, можно сказать, да, назвать тех людей, которые приехали действительно в последние годы сюда, в Николаев, и что-то здесь делают. Да, этих людей мы можем перечислить по пальцам одной руки. И замечательно, что хотя бы они есть. Но вот это вот то, что мы все-таки нищаем людьми, да, как бы активными, это тоже сказывается впечатление. И вот мой хороший друг, и вы тоже его все хорошо знаете, николаевец тоже там в большом поколении, да, как бы, но в какой-то момент взял своего ребенка и выбрал Европу своим местом жительства, и теперь там его родина, да, потому что родина это не там, где ты родился, ну, по-моему, а там, где ты планируешь умереть. Вот, он выбрал для себя Европу, он забрал туда ребенка и там живет, да, хотя вот, в принципе, все, как бы там, генеалогические причины были ему жить здесь. Ну, а тогда вот, продолжая то, о чем говорит Юра, да, вот вы как человек, фактически историк литературы, потому что ведь помимо литературы, так, как бы вот текущая вы занимаетесь ей, да, вот, во временной протяженности. Я этим и зарабатываю себе. Да, так вот. Кто, как не вы, знает, да, что Отечество там, где хорошо, если такая точка зрения. И вот, ну, по крайней мере, она вполне себе путешествует, в том числе из античной литературы, как бы, да, есть такое высказывание, такая максима. Так вот, я к чему это хочу спросить. С одной стороны, Юра говорит, уезжают, да, с другой стороны, вы приехали и вы остались. Значит, вот здесь вам таки хорошо. А о чем тогда, собственно говоря, вот эта привлекательность для вас на фоне общего нежелание как бы сюда массово мигрировать к нам? Ну, я все-таки продолжу сначала вот эту тему сердца. Это метафора, просто такая, сильный такой орган конкретный. И, конечно, когда начали писать сценарий, ну, как писатель всякий, он же ради красного словца не пожалеет и отца. Вот, и сердце, за него-то взялись, а потом передали Гаврилову, а вот это вот сердце было наше, а вот эта железа-то, это уже его. То есть это само по себе, но когда это накладывается, вот эта метафора накладывается на наш мир, получаются интересные смыслы и знаки. Это не только собирание знаков, а это еще их производство. Вот, и, собственно, вся эта передача, она называется «Сердце города и парк Форшмак», вот, потому что там мы дальше пошли ниже по нашим улицам, по Садовой, как раз показывает нам разные вещи. То есть, с одной стороны, это, конечно, люди как-то безответственно к знаковой реальности относятся, с другой стороны, действительно, у нас земля
довольно-таки многих возможностей. Мне многие задают вопрос, вот, а что ты тут делаешь, что ты не уезжаешь, там, языки знаешь, ездишь туда и сюда. Но я ведь не просто так сказал, что во время выхода из определенного состояния у человека как-то обретаются, вот человек обретает вот эти возможности. Ну, может быть, традиции нету. Вот один из таких моментов. Вот традиции того дела, которым я занят, история литературы. Здесь была история немножко украинской литературы, но зарубежки-то точно не было. И филологии, по большому счету, не было. И каких-то других вещей там не было. Да, ну и вот я начинаю себе строить свой филологический проект. Ну, я-то знаю, как это сделано на глобальном масштабе. Вот я и начинаю строить в глобальном масштабе. А старая советская профессура мне помешать не может. Вот я и работаю. И дальше выстраивая этот проект, я себя выстраиваю, вокруг мир выстраиваю. И что тогда мне отсюда уезжать-то? Вот так вот про сердце города еще тоже можно сказать. Спасибо. Очень хорошо. Я только хотел сказать, что не забывайте, что никто не лишал вас слова. И тут у меня сразу просто шквал желающих высказаться. Андрей Острый, потом Илья Шполянский. Если бы меня спросили, что является сердцем города Николаева, я бы ответил, что это, ну, сейчас это Соборная, а в прошлом, как только я приехал, это Советская. Это вот почему? Есть там вот такие три тезиса. Да? Во-первых, это место, куда приходят все. Ну, очень редкий николаевец не выбирается хотя бы раз в месяц, надо побродить по Советской. Вы увидите рядом, Советская — это как прообраз даже города. Рядом шик, там человек выходящий там из очень дорогой машины, одетый дорого, причем одетый так дорого, чтобы все видели, что он дорого одет. То есть если это золото, то это золото килограммовое. И рядом пробегает, прямо с этим человеком, рядом другой, одетый там как-то так очень плохо, роется в мусорке. И опять же, девушки, семейные пары, тот же так называемый парк пенсионеров, в котором сидят не только пенсионеры, рядом, грубо говоря, играют там в шашки, в шахматы, и рядом сидит молодежь и так далее. То есть вот для меня лично сердце города — это как раз вот эта вот центральная улица, которая, ну, как социальный срез, что ли, этого города. Я лицом бы я как раз это не назвал. Вот именно сердце. Лицо города я бы назвал больше вот Соборную площадь. Вот это я бы назвал лицо и бам. А именно сердцем города, вот эту Советскую, с ее бурлящей кровью, так сказать, в виде там бродящих там людей. Спасибо большое. Илья Шполянский хотел что-то сказать. Лет 10 назад переезжали там с очередной съемной квартиры на другую. Это обалденное занятие перетаскивания мебели. А это было на ЮТЗ. В районе кинотеатра «Юность». Uh-huh. И мимо проходила тройка людей без определенного места жительства, ну, такие с характерным видом. Я кричу: ребята, помогите там за двадцатку мебель перетащить. И один подходит и говорит мне: слушай, мужик, ты что думаешь, я вот сейчас, я свободный человек, я сейчас иду на речку, там такие прекрасные виды, я за тебя, скотину, за 20 гривен буду мебель таскать. И вот сердце города, вот этот свободный человек, который идет любоваться действительно большим количеством прекрасных мест. Вот, у нас, если на катере, вот со стороны 61 коммунара в сторону Варваровского моста, такие виды потрясающие. В районе нефтебазы замечательные виды. Парк Победы и там со стороны яхт-клуба, который на реке Ингул. Со стороны Ингула там НКИ. У нас очень много прекрасных видов. Но, к сожалению, пока не оккультуренных. Все-таки не приспособленных к горе мусора и так далее. И вот хотелось бы вытащить вот этот вот потенциал, такой туристический, развлекательный. Он колоссальный в нашем городе. Как писал Григорий Дикштейн, и каждый нищий — это Франц с клюкой и посохом, там закопают и мой талант, талант философа. Вам повезло, вы встретились с перипатетиком, бродячим философом. Пожалуйста, Александра Финькова. Я немножко от темы сердца отойду, потому что сколько я слушаю, у меня одна и та же мысль возвращается по кругу. Мне кажется, Николаев на самом деле — это буржуазный город-порт,
который, ну, в силу исторических там всяких событий в прошлом веке убедили в том, что он промышленный гигант, и он теперь до сих пор по этому поводу страдает. Забудем давайте о вот этом кораблестроении как о квинтэссенции смыслов Николаева. Ну, это было случайно, так поигрались, и хватит. В этом никому хорошо от этого не было. Не было богатых, не было счастливых, было закрыто и скучно. И в этой пыли вот все еще капрысатыся, ну, как-то хватит. А юг, со всеми особенностями темперамента, эмоциональными, яркими и вот теми самыми спокойно-ленивыми, которые есть, они будут. И для портового города это правильно, хорошо, естественно. На юге быть ленивыми портовиками – это классно. И что у нас пытается все время делаться из города? Будкоград. Почему? Это та буржуазность, которой не дают стать цивилизованной. Если из Будкограда сделать цивилизацию, получится чудесная, ленивая южная буржуа. И, по-моему, вот тогда Николаев зацветет. Спасибо. Михаил Гольнберг готов присоединиться, но прежде чем дать ему слово, хочу показать маленький-маленький фрагментик из недавней программы «Контраргумент». Для меня Михаил Давидович, вот мы с ним знакомы вот с 90-го года, да, всегда ассоциировался с некой квинтэссенцией толерантности. И Николаев – это ведь действительно такой своего рода плавильный котел. Да? Здесь, я помню, когда я в 90-м году еще пришел только на телевидение, мой коллега Виктор Данилович Довизион делал программу под названием «101». То есть Николаеве была 101 национальность. Сейчас их уже гораздо больше, насколько мне известно. И как-то вот они всегда прекрасно уживались. У нас, слава богу, не было каких-то там уродливых, ну совсем уж проявлений антисемитизма, такого, так сказать, системного, но при этом был бытовой антисемитизм. У нас во дворе жила соседка Рива Яковлевна, которая еще пережила, ну, собственно, с войны, там вот состав нашего двора не очень менялся. Так, с одной стороны, во время войны ее прятали соседи, а с другой, когда ругались, кричали, вот тебя, жидовку, надо было тогда немцам отдать. То есть вот это вот удивительное сочетание вот этой душевности, да, готовности помочь и поисков виновных где-то там вовне, оно тоже, по-моему, характерно для Николаева. И недавно меня на одной из программ «Контраргумент», когда мы говорили, казалось бы, о вещах, в общем, ну, рынок Юлиана, поразило выступление Елены Герасимчук. Давайте его глянем, а потом передадим слово Михаилу Давидовичу. В этот период времени мы опять идем к власти, и мы требуем, конфликт там разгорелся, там уже межнациональный конфликт. Юрий Борисович, мы говорили, по-моему, приходила в кабинет и говорила, что там уже пистолетами друг друга перед лицом мотыляют. И мы говорили, что это закончится тем, что как, если дальше Магеррамов не успокоится, то потом население мы города Николаева может, да, что выйти, чтобы не было так, чтобы граждане Азербайджана покинули потом город Николаев, как ромы покинули в Одесской области, если вы знаете. Заметьте, ничуть не лучшая ситуация, например, на рынке, принадлежащем потомственному горожанину Дюмину. Но там как-то не возникает предложения выселить вот их за 101 километр, его и всех его родственников, и всех, кто с ним так или иначе связан по национальной линии. Тут очень простой рецепт. Мы еще посмотрим сюжет чуть попозже о толерантности в Николаеве, но все-таки, Михаил Давидович, вот ваша позиция по этому поводу. Ну, на этот счет я могу сказать в первую очередь о стереотипах и о том глубоко, к сожалению, сидящем во всех нас вот таком вот далеко не толерантном начале. Ну, в общем-то, ксенофобия в своем нормальном, так сказать, биологическом проявлении, это, ну, в общем-то, это действительно это биологическое качество человечества, каждого человека, вот, и воспитание – это единственный путь преодоления вот именно этой неприязни. Но вот эти стереотипы, как правило, всегда вот в ситуациях, вот как вы отметили, равных ситуациях в одном и в другом случае – врагами видят именно вот представители национальных меньшинств. И здесь ничего, как бы вот одним махом, одним разом эту проблему не решить. Это вопрос долговременного, вот, в общем-то, нормального воспитания, обучения и так далее. Вот. Я, правда, давал вам отмашку, чтобы высказаться немножко по другому поводу. Пожалуйста, пожалуйста, Михаил Давыдович. Я не ожидал этого сюжета. Я хотел сказать еще об одном органе нашего города как живого организма, ну, мозг, но мне бы не хотелось этим названием называть ту структуру, которая занимается управлением нашего города. То есть вот это
Ну, во всяком случае, это управляющий орган нашего города, это сама, система нашего самоуправления, которая, по сути, стала давно уже самоуправством. И вот то, что я отметил поначалу насчет наследия, насчет сохранения наследия, и то, что прозвучало о Будкограде, это все результаты, я имею в виду не сохранение, а наоборот, нарушение этого наследия. Это все результаты вот этой вот меркантильного подхода в решении вот этих практичных вопросов, связанных с землей, связанных с недвижимостью, вот этим самым органом, который я не хочу назвать этим замечательным словом. И решаются эти вопросы сугубо в корпоративных форматах. То есть своим все, остальным по закону. Спасибо. Еще... Ну, там много можно говорить, но, в принципе, понятно. Хорошо, спасибо. Илья Шполянский опять хочет сказать. Я обращаю внимание наших историков, что вы можете говорить о чем угодно, а не только об археологии. Поэтому, пожалуйста, ваше мнение для нас очень дорого. Илья Шполянский, пожалуйста. Ну, из позитива хочу сказать, что в последние годы, это внешне может проверить каждый горожанин, и областная, и городская власть, точнее, просто здания физически сейчас пропускают всех. На самом деле, да, у нас многие там видели, как там общественники приходили на какие-то комиссии, там вплоть до того, что какие-то были конфликты, драки, там мини-майданы и так далее. Но на самом деле, по-честному, это, конечно, начало пути, но очень правильного пути. У нас действительно сегодня власть городская, областная стала обращать внимание на людей, ну, с точки зрения, что просто начала бояться. Вот, ну, на реакцию какую-то и так далее. И я думаю, что сейчас уже вопрос того, что там закроют вход в мэрию или в обладминистрацию, это может даже вызвать, ну, какие-то там, какие-то протесты. Слава Богу, что мы идем по такому пути. Это правильно, это имеет много негативного. Есть и другой момент, что 499 тысяч, это абсолютно не интересует, им все равно. Но для той тысячи, которая не безразлична, это дало какие-то возможности с большим трудом, но все-таки реализовывать себя и реализовывать свои инициативы для города. Это классно. И я надеюсь, что это, ну, через 5 лет это изменит вид нашего города. Спасибо. А вот тогда такой вопрос. Сейчас, секундочку, Владимир Владимирович, возможно, вы просто подхватите. Если нет, то может быть это другой. Вот с одной стороны, да, есть, ну, некая формальная открытость власти. С другой стороны, есть откровенная спекуляция власти на легитимизации любых своих решений посредством привлечения активных, но никоим образом не являющихся специалистами в том вопросе, по которому они принимают решения, граждан. Для меня, например, ну вот, так сказать, воплощением вот этого популизма явился тот факт, что директора Русского театра выбирали скауты. Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы как бы, да, дали голос общественности. Но я понимаю, чтобы это была общественность, там, связанная так или иначе с художественным творчеством. Ну, логично. А когда просто кидали жребий, кто там примет участие вот, от общественности, и выбрали людей, в принципе, случайных, которые уж точно никоим образом не могут нести ответственность за все, что будет происходить в этом учреждении культуры, но, тем не менее, их присутствием легитимизировали это решение. И такого у нас достаточно, в принципе. Мы все помним эти танцы с бубном под администрацией под названием Николаев СОС и так далее. Так вот, странное выходит, да, с одной стороны, вот мы говорим о разных качествах Николаева и скорбим как бы о том, что не так много людей у нас активных, а с другой, когда мы смотрим на определенную активную группу, ну, на самом деле, ведь сравнительно немного, да, людей, то мы думаем, господи, лучше бы уже он оставался таким, какой был, может быть, все-таки со специалистами бы советовались. Вот тут вот, что с этим делать, пробудившаяся активность пробуждает практически автоматически, пробуждает популизм, охлократию и прочие вещи. Кто громче крикнет, тот и прав. Сейчас Илья Шполянский, потом вы. Я отвечу. Это маятник. То есть, особенно в истории с Русским театром, когда первая комиссия была абсолютно просто сформирована под конкретного человека, и это даже никто особо не скрывал, и второй маятник, который действительно были такие явления, как вы говорите, то, что произойдет рано или поздно, просто люди, которые не умеют воплощать проекты, которые не умеют реализовываться, они рано или поздно отойдут в небытие и останутся, выкристаллизуются только те, которые действительно что-то умеют делать. На это надо время. Пожалуйста, Владислав Валентинович, потом Александра Финькова. Хочу как раз вот подхватить эту фразу. Почему я сразу сказал, чуть недолюбленный город? Потому что надо действительно разделять горожане и тот эстеблишмент, который управляет этим городом.
Действительно, почему, например, в Николаеве для того, чтобы купить какую-то вещь, люди едут либо в Одессу, либо в Херсон? Почему, имея огромное количество береговой линии, если человек хочет поехать на хороший пляж, он опять же едет в Одессу? Там элементарно, тоже Sport Life есть везде, в Одессе их 3 штуки уже, 4, в Николаеве их нет ни одного. То есть, значит, что-то среди тех людей, кто управляют, что-то, наверное, не то. Блин, сейчас сбил. Я имею в виду, что я хотел сказать, что не все надо на местную власть. Ведь вещи, которые, о которых мы говорим, и тот же закон, да, о выборах, по которому были включены скауты, это же был закон. Да, и местная власть выполнила этот закон и включила... Да, по поводу выборов. Опять же, зачастую, вспомните, в начале перестройки выбирали директоров на заводах. Все было очень просто. Пообещал там зарплату, разрешил распивать 100 грамм во время обеда, да, и за тебя проголосовали, а завод через полгода закрылся, об этом никто не думал. Сегодня, с одной стороны, в обществе есть недоверие к власти, поэтому требуют присутствия общественности для принятия каких-либо решений. С другой стороны, те, кто должны эти решения принимать, да, зачастую действительно общественностью просто прикрываются. И действительно идет определенная потасовка, формирование необходимых людей. И все равно принимается то решение, которое оно уже надумано. А потом, и действительно просто идет легитимизация. Но опять же, получается, с одной стороны, есть общество, которое не доверяет власти, есть власть, которая понимает, что общество не доверяет, поэтому надо этим же обществом как-то прикрыться. Но мы сами себя обманываем, поэтому, может быть, все-таки стоит на выборах правильно принимать решения, наверное, опять. То есть мы к чему пришли? Ну вот к вопросу о правильных решениях на выборах. У нас тут 1 числа выйдет программа, общались мы с социалистами, ну, новая партия, так называется, социалисты. Ну, казалось бы, да, ну, нормально, там, европейские социалисты, сейчас, в общем-то, это тренд, очень много руководителей государств стали социалистами, в Европарламенте социалисты. Ну, казалось бы, люди себя позиционируют, как, ну, там, Леонид Кожара, бывший министр иностранных дел, человек, в общем-то, повидавший мир. Ну, вроде бы, должны были бы говорить какие-то, ну, нормальные, с европейской точки зрения, идеи продвигать. Люди, которые говорят о том, что в Европе нам делать нечего, в Европе все плохо, нам надо ориентироваться на Россию, и мало ли, что Россия отняла у нас Крым и ведет войну на Донбассе. Но на Донбассе вообще гражданская война, а Крым это, подумаешь, Тайвань тоже был забрали, а тебя потом все-таки вернули через какое-то количество лет, и может быть нам когда-нибудь вернут. И вообще, мы за то, чтобы все получали много, но все поровну, потому что вот милиция сейчас, зарплата высокая, а это несправедливо по отношению к остальным. И это как бы напоминает тот самый анекдот о том, что мой дедушка декабрист хотел, чтобы не было бедных, а вы не хотите, чтобы не было богатых. Но с точки зрения вот риторики, да, милицию всегда не любят, да, а нифига себе, менты еще и там полицейские, еще и денег много получают, вообще сволочи, давайте заберем, отдадим нам, реально конфисковать, клавиши отдать народу. Но результатом станет то, что на самом деле вот такая вот риторика опять соберет достаточное количество голосов, как собрала достаточное количество голосов риторика о том, что мы придем в горсовет и снизим все тарифы, которые, конечно, утверждаются Верховной Радой, но нам пофигу, потому что мы придем и вам это пообещаем. И контрактную армию, да. Как правило, ругают те, кто там не бывал никогда. Ну, тут-то как раз этого не скажешь, люди бывали. Ну, вот я к чему это говорю, да, вот говорит Илья, то есть, поймите, это на самом деле не абстрактное рассуждение. Мы говорим о том, вот на что реагируют николаевцы, да. И да, есть большая, ну, слава богу, уже стала более или менее значительная группа людей, да, которые не все равно, которые вот что-то хочет делать, что-то хочет менять. Хотя и там уже есть определенное разочарование, да. Но тем не менее, есть же ведь достаточно большое вот это самое древко, которое в принципе живет совсем другими установками. И эти люди выбирают руководство. Я, собственно, почему об этом заговорил? Вот вы сказали, да, на выборах думать. Но на выборах люди опять послушают лозунги и пойдут просто-напросто за красивыми лозунгами. И, соответственно, много ли изменит вот та вот активная группа, которая в любом случае меньше, которая всего 10%. Сейчас я вижу очень хорошо, что готовы участвовать эксперты, но все-таки давайте гости выскажутся, пожалуйста. Да, вот одно слово, почему, еще одно слово о Николаеве, бедный.
у нас мы бедные. Почему в Одессе 3 магазина, в Николаеве 1? Потому что там покупателей в 3 раза больше. И они в 3 раза богаче. Николаев самое слабое звено из всех областных городов Украины. Самое слабое звено. В Николаеве одновременно в течение 10 лет остановилась единственная профилирующая промышленность. Ну это же не секрет. И мы должны понимать, что если в Одессе что-то закрылось, но что-то осталось. В Херсоне что-то закрылось, но что-то работает. В каждом городе нет такого города, в котором закрылось все одновременно в промышленности. Поэтому эти люди оказались на улице. Они оказались бедными, и вот мы с начала 90-х годов, уже сегодня, ну, как бы мы уже 20 лет привыкли к этому, нам кажется, что, ну, как бы это было всегда. И поэтому у нас люди и продаются, в прямом смысле слова, за гречку, николаевцы чаще, чем другие, и в переносном смысле слова за какие-то левые идеи, левые во всех смыслах этого слова. Спасибо, Александр Николаевич, да, вы давно готовы были говорить. Такой вопрос. Я всех вижу сейчас давно. Интересный, ну, вот, говоря, я тоже... прокомментирует то, что вы сейчас сказали, но то, что было перед этим, о том, что власть манипулирует, вот используя разные риторические приемы и формы, это ведь проблема не только николаевская. Посмотрите, на самом деле мы говорим о глобальном кризисе демократии в мире сейчас. Потому что так работают разные персонажи, не буду об этом говорить сейчас. И для нас это как раз должно быть тоже каким-то уроком. Вот туда действительно нужно обращать, на это обращать внимание. Потому что если говорить о театре, вот конкретной театральной комиссии, то я, например, знаю точно, как построить эту комиссию. Вот именно эту. Другую не знаю. По железной дороге не знаю. По вашему тепловозному заводу точно не знаю. Вот. А вот по этому конкретно люди, которые делают какие-то вещи, связанные с культурой конкретно. У нас у всех есть CV. Проанализируйте эти CV. Соберите базу данных всех экспертов. И выберите оттуда тех, не тех, которые вам приятны или неприятны в тот момент, а те, которые могут составить экспертное суждение. Но все-таки для этого существуют же какие-то критерии формальные. Те же, между прочим, академические степени. Они не тоже, не все купленные, не все плохие. И объемы публикаций или что-то еще, у нас же работает так. Вот мы когда сидим в своих вот, пасочках, крутимся там, я говорю, пришлите мне CV, пришлите мне рекомендационные письма, я там почитаю, сравню и так далее. То есть нормально работает, без вопросов. А что касается того, что вот мы такие бедные, то я вам хочу сказать, что, например, вот тех вопросов, которыми я занимаюсь, бедность для Николаевска, для меня большой подарок. Потому что я вот в прошлом году делал конгресс испанистов из Украины в Николаеве, да, то есть испанистов. Сюда посол Испании приехал и так далее. Мы вышли на бюджет, ну, если 1000 евро, то это нормально. Спросим одессита, что можно сделать в Одессе за 1000 евро? Ничего. Напечатать брошюру для конференции. Не вопрос, да. Но и способ коммуникации другой. Да, я сейчас своим коллегам говорю, мы хотим в следующем году делать конгресс испанистов в Одессе. Они 3 недели... Человек, работающий на факультете, не может встретиться с деканом. Это тоже по-одесски, да. Правда? Так что, потому что там есть деньги, и их очень много. И декан думает, может быть, о деньгах, а не о чем-то другом. В результате сейчас Одесса сильно упала, как в интеллектуальном плане, так в культурном плане, да, то есть... Как приятно осознавать, что рядом кто-то упал. Такие вещи, потому что по определению человек, занимающийся культурой, не может бесконечно рубить бабло, у него должно быть какое-то ограничение стоять там, да, но потому что дальше начнутся страшные вещи, поэтому... Немножко тут... Спасибо. Виолетта Рутюнян давно просит слово, и вот уже Кирилл Горбенко и Андрей Острый. Пожалуйста. Мы сейчас заговорили о культуре, заговорили о том, что люди переезжают. И вот массово кто переезжает, это молодежь, это студенты. Все выезжают в Киев, в Одессу учиться. Ну, я уже молчу про за границу. Я была не исключением, я тоже уехала в Киев учиться. Я не скажу, что в Киеве дешевле обучение, чем у нас вы в Николаеве. Скажите, лучше ли там обучение? Вот суть вопроса. Пойдет, скажем так. Но стоит ли выезжать в Киев, в Одессу, чтобы учиться, платить деньги больше, потому что бюджетные места сократили, все равно все попадают на контракт. И стоит ли выезжать? И не хватает, как замотивировать молодежь, чтобы они оставались здесь, учились здесь, развивали город здесь, принимали участие в конкурсах здесь. И я хочу сейчас вспомнить слова Игоря Поха в начале программы, который сказал, что у нас нет звезд. Они у нас есть. Просто они приезжают в Киев, в тот же Киев, учатся, там наши спортсмены, ну и так далее. И они представляют уже не Николаев, а они представляют уже тот город, в котором они учатся или живут. Спасибо. У Сергея Гаврилова явно есть рецепт. Кирилл Горбенко, Андрей Острый. Нет, не рецепт. Я просто хочу ответить на вопрос, стоит ли отсюда уезжать молодым людям. Стоит.
обязательно стоит, потому что нет социальных лифтов, и страны стоит. Понимаете, вот смотрите, у нас, так сказать, вот это вот опять второй раз награбли, как сказали, мы выбираем директоров каких-то там, чего-то там, больниц, там, театров, домов культуры, мы их выбираем. Почему мы их выбираем? Мы искусственно создаем эту ситуацию, когда нужен социальный лифт, то есть когда нужна свежая кровь там, там или там. Не надо создавать ситуацию искусственно. Она должна работать именно естественно. То есть, если человек показал себя где-то выдающимся менеджером там, театра или менеджером там, в медицине или еще где-то, он где-то себя проявил, это должно быть обязательно востребовано нашей общиной. Каким образом? Это деньги, элементарные деньги. То есть, вот этот директор, он не дает денег в казну, столько-то налогов. Из больницы. А этот даст, и так далее. Из больницы даст, той же самой, так сказать, и так далее, и тому подобное. То есть, если, так сказать, мы начнем регулировать таким образом эти социальные лифты, то тогда у нас уедут все отсюда. Спасибо. Кирилл Горбенко, пожалуйста. Так много уже было предыдущих реплик, что на все хочется ответить и выступление сказать, минуты, и поддержать. Да. Ну, действительно, минуты, то, что я согласен, что минуты, город здесь плюс и минус, да, бедный, но и дешевый, потому что мы тоже организовывали международные конгрессы, и сейчас вот на следующий год планируется огромный евразийский конгресс по археологии. И как раз выбран не Киев, а Николаев. То есть это возможности. То есть мы должны, как бы, мы на дне, нам легче оттолкнуться. То есть те еще будут падать, а мы уже упали 20 лет назад. Поэтому 25 лет это много или мало? Для человека это много, для истории это, а для археологии это вообще незамечаемая величина. Поэтому все будет нормально. То, что уезжает, тоже это большая проблема. И когда приходит в открытую, это я знаю по долгу работы в университете, приходит в открытую, агитирует Чехию, Польшу, образование бесплатно, льготы. То есть тогда нам уже идти в школы с нашими предложениями, чем мы можем их покрыть? Образование в Европу и сразу там оставаться. Но это тоже надо пережить. И прав Сергей, что регулировать вот это точно ничего не надо. То есть должна быть конкуренция. Но мы должны это преодолеть. Ну и хотелось бы еще сказать то по предыдущим моментам, что по культуре. Когда на заре моей деятельности, преподавательской, около 20 лет назад, мне довелось слышать такой разговор в маршрутке двух молодых людей. Наконец-то Николаев стал культурным городом. У нас построили Макдональдс. Вот. Я был, тогда я уже был поражен. Я понял, да, с такими тезисами мы далеко не едем. Вот когда молодежь перестанет считать фастфуд, забегаловку второстепенную во всем мире проявлением культуры, то есть не филармония появилась, которой нет занят до сегодняшнего дня, не новый театр, не на худой конец новый кинотеатр, то до тех пор будет проблема. И я давно, у нас дискуссии со студентами идут еще с начала нулевых. Что ж дальше, как? Я всегда говорил, только постепенно, только через поднятие сознания, самосознания, культурного уровня мы можем что-то построить. И ту же власть правильно выбирать. Мы можем много говорить, но пока люди не осознают это. Это только через культуру. К сожалению, это процесс длительный. Мы только в начале этого пути. Не появилось ничего знакового больше за все эти 25 лет. Хорошо, так вижу всех участников и готовых. Андрей, Игорь, Оксана, пожалуйста. Первое, что я хотел бы возразить Юрию Любарову, вы еще не были в Кировограде. Это по поводу самого-самого бедного города. Это раз. Ну и если так кратко тезисно по поводу бедности, для нашего внутреннего продукта денег хватает. Что имеется в виду? Это там, ну, там, то, что мы потребляем, производим сами. Да, понятно, что, например, количество автомобилей там дорогих в Одессе в ряды больше, и это просто потому, что средний заработок больше в Одессе. Да, это, ну, это в принципе достаточно естественное течение денег. Да, чем больше денег в городе, тем больше людей, которые как-то к этому потоку, да, приармяниваются, можно так сказать. А, что касается общественников и... Простите, ради бога. Это устойчивое выражение. Да-да-да. Так вот, что касается общественников и выборов. Мне так суждено было побывать когда-то на конкурсной комиссии в полиции.
То есть я принимал участие в переаттестации, в одной из комиссий по переаттестации. Ну, первое, что стоит отметить, все-таки там было понятное решение, что нужно спросить и по каким критериям оценить. Это раз. И, собственно говоря, сказать о том, что переаттестация это было такое, ну, оголтелый, как некоторые говорят, шабаш общественников, нет, это была действительно структурирована достаточно система, да. Что касательно того, что происходит с вот этими вот конкурсами, я жесткий противник подобных конкурсов. Почему жесткий противник? Потому что, я себе не представляю, как сантехник может оценить работу профессора. Вот хоть вы меня застрелите. Что произошло? В самом деле народ попросил власти. Народ попросил власти, как раз выражаясь словами вот проактивного населения. И проактивное население само не понимает, что дальше требовать еще, что хотеть-то. Давайте мы там Майдан организуем или еще что-нибудь организуем. То есть само понимание, вот и власть говорит, да, вот хотите вы участвовать, пожалуйста, берите и участвуйте. Но каким образом? Как будет это эффективно? То есть это такое, порождает коллективную безнаказанность, я бы вот так это сказал. Спасибо. Я хочу обратить только внимание, что мы все-таки говорим о Николаеве и николаевцах. Поэтому, приводя николаевские примеры, давайте все-таки выводы николаевские делать. Потому что пока мы вот опять выходим на некие глобальные обобщения. Хотелось бы понять, почему в Николаеве это происходит так. Народ выбирает власть, которая не доверяет, а потом приходит и говорит, нет, давайте я буду сам управлять. Я прошу прощения, областную власть никто не выбирает. Ну прямо, а депутатов не выбирают? Нет, областную администрацию. Как это? Подожди, администрацию уже тоже выбирают. Оксана Куриная, просто ближе микрофон, не потом Игорь Пох. Мне отозвалась очень реплика Сергея, и вот по поводу начинаниях о том, что когда человек должен себя как-то проявить и должно быть замечено, но вот особенность Николая в том, что вот эта местечковость как-то не позволяет продвинуться каким-то интересным людям, потому что в таком случае нужно соответствовать, да, вот какой-то интересный проект, какой-то там интересный, какая-то задумка, и вот как она такая поднимается, ребята, подождите, да, как-то проще быть как все, проще быть вот на каком-то более низком уровне, и вот эта местечковость очень мешает иногда какие-то яркие проекты начинать или как-то такое, какое-то движение интересное, потому что, не хочу сейчас там углубляться в подробности, но в моей памяти были такие вещи, такие люди, которые хотели бы продвинуться, но вот наша ментальность николаевская, к сожалению, задавила их, и мы дальше не продвинулись. Есть то, чем его спасибо. Кормят. Поэтому все равно, чем больше будет каких-то проектов, тем будет и ментальность. Игорь Фо, как настоящий еврей, регулярно генерирует такие притчи, которые собирают себе крупицы еврейской мудрости и как бы вот их фокусируют в очень точных образах, на очень важных вещах. Игорь мне как-то рассказал свое наблюдение насчет магазинов Adidas и Pierre Cardin. Вот это, собственно, ответ на вопрос, а почему же вот в Николаеве потребляют вот такую пищу, да, такой продукт, а не что-то лучшее. Вот если Игорь сочтет это уместным, я бы с удовольствием послушал это. Да. Ну, насчет настоящий или не настоящий кипу-то я не ношу постоянно, поэтому все-таки, видимо, не очень настоящий. Вот. Но если более серьезно, в принципе, я хотел к этому примеру как-то подойти, но в более такой общей конве, это по поводу вот, бедности или не бедности. Вот знаете, я человек, который очень много лет, так уж в силу характера получается, что мне очень нравится наблюдать за потребительским рынком, вот, за тенденциями, изменениями, там туда-сюда, кто что покупает, дешевле, дороже, вообще что и кто заходит в город. Касаясь вот именно потребительских каких-то вещей. Вот. То есть, все мы можем наблюдать в течение каких-то там периодов времени, да, кто, например, ну вот тенденции, например, там 2 года назад, там 3 года назад, там мы могли наблюдать там рост аптек в городе. Вот они открывались, буквально каждую неделю на каждом шагу. Потом их начали, за аптеками вслед начали открываться, скажем, ювелирные салоны. Да? Ну, казалось бы, в бедном городе зачем такое количество пустующих абсолютно ювелирных салонов? Туда никто не ходит, они всегда пустые. Ну, один человек где-то там случится, какая-нибудь странная дама зайдет, посмотрит и в ужасе убегает. Вот. Непонятно. Ну, это с точки зрения, опять же, потребителя непонятно.
возможно, бизнес по-другому все это видит. Потом мы могли наблюдать, и до сих пор наблюдаем, и слава богу, я скажу, например, такую волну открытия кафе. Вот кафетериев, да, ну вот кофеен, вот так можно сказать, достаточно разнообразных. И вот по поводу бедности. Не может, на мой взгляд, в очень бедном Николаеве чашка капучино стоит 25-30 гривен. Ну, не может по определению. Она может стоить, эта чашка, 15 гривен, но не 25-30. А у нас уже появляются кафе, в которых именно такая цена. И значит, есть на это дело спрос. Так вот, по поводу спроса. У нас очень парадоксальный спрос на потребительские какие-то вот вещи. Вот Андрей упоминал, да, улицу Соборную, бывшую Советскую, которой рядом можно кого-то там копошащегося в мусорниках, хотя я не видел там мусорников, ну, условные урны, да, что-то там копошащиеся, а рядом некая там условная дама там или мужчина весь в золоте, там красивый, в Пьер Карден одет, да. Да, ну да, вот, так вот, это парадоксальность, ее тоже можно наблюдать. Параллельно с ювелирными салонами, например, огромное количество магазинов секонд-хенд, в которых полно людей, но нет людей в ювелирных салонах, да, то есть, как бы бедные люди, но если присмотреться к этим людям, которые в секонд-хендах что-то там ищут, да, они вовсе не бедные. Тут совершенно другая составляющая, но сейчас не об этом речь. То есть это такие просто наблюдения. Так вот, притча, да, об Адидасе. Я сам для себя ее как бы вывел, то есть, ну, как бы представлял. То есть кто рождает в нашем городе спрос и предложение? Вот на вот своеобразную николаевскую моду, да, ну вот на этот условный Адидас, там черный Адидас, левый, непонятно где там пошитый, главное, чтобы черные были спортивные штаны и три полоски, да. Это вот такая условность николаевская. То есть представим себе, что в нормальный магазин, ну такой себе средний магазин мужской одежды, заходит некий посетитель, вот, осматривает там все, что там висит, что-то трогает, и собирается уходить, ничего не купив. Ну, продавец его, естественно, спрашивает, может вам что-то показать поближе или так далее. Он говорит, ну, а что тут смотреть, у вас же ничего нет. На что продавец, естественно, спрашивает, ну, как же ничего, посмотрите, сколько хорошей, качественной одежды. Он говорит, ну, Адидас этого у вас же нет, и уходит. То есть продавец через какое-то время начинает думать, а зачем я продаю всю эту одежду, закупаю, трачу какие-то деньги. Проще ведь левый Адидас купить, который бы в 10 раз дешевле, а доход будет тот же самый. И начинает вот эти вещи замещать вот этим условным Адидасом. И потом мы видим этот Адидас на улицах города и удивляемся, как же так? Что ж такое-то? Откуда эти люди взялись? Ну вот такая вот причина. Да, ну и, соответственно, человек, который хочет вдруг купить себе Карден, да, или там, я не знаю, там Дживанши, там, или еще что-нибудь, придет просто в магазин, в котором этого нету, да. Но там есть Адидас. Там будем показывать, как Карден. Нет, это к чему я говорю. Вот когда мы говорили о продуктах качественных, да, почему, зайдите на любой сайт, да, там история об изнасиловании там 5-летней девочки 90-летним дедушкой набирает там 500 000 просмотров за полдня. А аналитическая статья о том, почему же у нас все так, в лучшем случае наберет десяток лайков, и то не факт, что прочтений. Вот это к вопросу, собственно, о том, что, с одной стороны, общество больно, да, но оно потребляет такое, а с другой, что же ему потреблять-то, если другого нету? И тогда вот где спрос, где предложение, что формирует, пожалуйста. Я прошу прощения, одну секундочку, извините, займу еще время. Это касается, кстати, и вот то, что Вячеслав говорил по поводу самого большого количества средств массовой информации в Николаеве. Это, мол, чудо. Это не чудо, это боль и позор, я вам скажу. Вот как журналист я вам скажу, это позор. У нас в Николаевской области больше 60 интернет-сайтов, а в самом городе уже превышает 35. 35, а знаем мы, ну, 5-6, да. Остальные вообще неизвестно. А грамотно пишут? И что-то они пишут, и кто-то это читает. Давайте вот все-таки Александр Смирнов, потому что я гостя там нас наведу, а эксперты так и промолчат и уйдут. А потом вот гости, пожалуйста. Да. Сразу реплика по поводу интернет-сайтов. Андрей. И СМИ в Николаеве. Действительно, я полностью соглашусь с коллегой, потому что о Николаеве огромное количество интернет-сайтов и только негативная информация. Это тоже боль, наверное, нашего города и, наверное, вот такой ауры николаевцев. Потому что на общенациональных ресурсах интернет Николаев видится только в негативном
свете. И куда бы ты ни приехал, что «А, Николаев там, где Макар была, да? А, Николаев там, где Первомайск, а, Николаев это…» А заключается в том, что огромное количество сайтов, которым нужно распространять вот такую вот, ну, наверное, изюминку, да, изюминку информации. И это действительно не очень хорошо, с моей точки зрения. И вот проблемы, которые я сейчас обговариваю, действительно, Кирилл Владимирович, Кирилл очень прав, что очень много реплик, на каждый хочется ответить, и не все могут. Вот по поводу местечковости нашего города, я также соглашусь с коллегой, проблема нашего города и его местечковости, действительно, люди остаются, которые остаются здесь, они боятся выйти за уровень местечковости Николаева. И проблема Николаева и николаевца в первую очередь, что к сожалению, мы соприкасаемся с тем, что, как сказал Сережа Гаврилов, люди по лифту уезжают в другие регионы, но они никогда, практически никогда, не возвращаются в Николаев. Они возвращаются. Одесситы уходят в лифтах и возвращаются в Одессу. У них есть желание вернуться туда, вложить знания, вложить финансы, вложить еще что-то, ну, вложить то, чего они взяли где-то. Но в Николаев, к сожалению, у нас вот таких примеров, мне очень трудно об этом вот говорить на современном. Если говорить о прошлом, вот такие самые яркие, я бывший спортсмен, это Бойченко, да, который вернулся, тренер по плаванию, который вернулся, начал работать с детками. Ни Илья Кваша в Николаев практически не собирается, насколько я знаю, возвращаться. Ни часть, если мы говорим об археологии, кто уехал из николаевских археологов, тоже уже в Николаев не вернуться. Это вот проблема местечковости, которую, наверное, решать нам нужно всем вместе. Да? Спасибо. Передавая слово Александру Викторовичу, хочу сказать, что тоже как человек, учившийся на учителя и сейчас изучавший филологию, помню такой пример, что есть такое вот адаптивная неправильность в языке, да, то есть когда вот, как бы знаешь, он правильно говорит, не звонит, а звони, да, там не бежит, не бегит, а бежит, там не ложит, а кладет, но когда все вокруг говорят бегит, ложит, в кармане, в пинжаке с карманами, да, то как-то неудобно выделяться из общего, и когда это еще, а у меня было вообще, когда я там говорю кладет, а мне ложит, ложит, вот. И как-то так, ну не хочется уж быть белой вороной. И поэтому это вот к вопросу об Адидасе, да, думаешь, что ну его, ну зачем вот, и о том, о чем говорила Оксана Куриная, да. Ну так и зачем, собственно говоря, затевать то, что все равно никому следствие скажет, нафига тебе это было надо. Тут же ж ложит, бегит в кармане, пиджак, карманы, и звонит. И вот любая попытка что-то привнести, она очень часто упирается на то, что ты что, не такой, как все, ты что, самый умный, тебе что, больше всех надо. Александр Викторович, пожалуйста. Ну, по этому поводу я хочу сказать, что подобных замечаний становится все меньше и меньше. То есть, вот, когда я начинал заниматься изучением испанской литературы, это было в 1987 году, да, то есть, мы говорили, что я полный идиот. Сейчас как-то это нормально воспринимается. Я просто хочу... По крайней мере, не полный. Вы просто доказали, что вы теперь профессор, понимаете? Как вам теперь уже скажешь? Теперь из Одессы ко мне поступают аспирантки изучать испанскую литературу. Сейчас вы даже уточним, просто нет, аспирантки нет, к вам нет, едут. Может да, быть, это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Я просто хочу сказать, что нужно нам вот здесь этот разговор, может быть, для того использовать, для того, чтобы как бы что-ли мобилизовать изворотливость нашего ума и действительно понять те возможности, которые у нас есть. Вот мы говорите о бедности. Я не говорю, это не называют это бедностью. Это просто вот очень хорошо сказал коллега о том, что на уровне того, что нам нужно, мы производим столько денег, сколько нам нужно. Но за это количество денег, если мы грамотно начинаем выстраивать связи и производственные отношения, мы на меньший процент вложений получим гораздо больше эффект. Поэтому давайте использовать эти вещи. Это совершенно нормальные истории. Между прочим, по поводу образования, я совершенно не понимаю, почему люди едут. Я честно не понимаю, не потому что я здесь живу, а потому что я был в Польше, в Киеве, в Германии, в Испании, в Америке, в других странах. Я знаю, я ничего другого, кроме образования, не знаю. Это моя жизнь. Да? Я не понимаю совершенно, зачем люди едут учиться в Киев. Дальше, не понимаю, зачем они едут учиться в Польшу. Это лифт в никуда. И вот про это мы отсюда, из этой студии, должны говорить чаще, потому что у нормальной
местные элиты, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, я немножко переберу время, да, например, устроена такая история. Вот вы учитесь там в университете штата Висконсин, а их там целая система. Хотите переехать в университет штата Миннесота, да, то есть через границу. Значит, в университете штата Висконсин, как резидент штата, вы будете платить 12 тысяч долларов за образование, а в университете штата Миннесота, как нерезидент в Соединенных Штатах, вы будете платить 60 тысяч долларов. Потому что нормальные люди, которые защищают свою территорию, они защищают и свое образование. Потому что образование – это тоже рабочие места, вокруг нас куча людей, приезжают какие-то люди, студенты, они кушают, они ходят в магазины, в рестораны и так далее. Они привозят сюда деньги. То, что мой ректор все время объясняет: ребята, мы создали там сколько тысяч рабочих мест. Почему вы к нам относитесь как... последним. Это его разговор, вот повторяющийся, слышали, он прав, я с ним согласен. Понимаете, поэтому нам нужно понять вот эти вот возможности, которые у нас есть, и начинать строить их грамотно. У нас все это получится, потому что вот то, что говорят коллеги, археология, действительно, это дорогое удовольствие, само по себе археология дорогое удовольствие, да? Выстроить и вот этих... людей собрать сюда и так далее, да, то есть, ну, это же надо знать, кого привозить, как встречать, с кем работать, как разговаривать, какие-то вещи делать там, такая квалификация конкретная нужна, да, значит, можем, давайте этот опыт мультиплицировать, и у нас получится все. Извините. Спасибо, так, сейчас, Владислав Владимирович, давайте вы потом сейчас сюжет, а потом опять эксперты, да, пожалуйста. Буквально добавить тогда к вашему выступлению по поводу, стоит ли что-то пытаться, может быть, действительно одеть этот Adidas и быть как все. Я не помню точно, но когда-то вот был старый советский фильм, там какая-то гражданская война, какие-то там белые офицеры, дворяне. И вот везде там разруха, война, дождь, грязь, там через полчаса в бой. А вот этот офицер там бреется, умывается, гладит рубашку. Вот, и кто-то ему из адъютантов говорит: ваше благородие, что вы делаете? Через полчаса бой. Может, убьют. Ну что, везде, смотри, все грязь. Он говорит: ну какая разница, грязь, не грязь. Я должен быть чистый, аккуратный, белый. То есть понятно, что бытие определяет сознание. Да, но все-таки надо, чтобы без сознания, все-таки не давать уж полностью бытию абсолютную власть над сознанием. Спасибо. Я хочу в продолжении темы, с одной стороны, темы толерантности, а с другой, тему того, о чем говорил вот Сергей Гаврилов, да, распределение преступности и того, что вот даже на этом фоне мы, оказывается, выглядим совсем неплохо, предложить сюжет, который, я думаю, многие вещи объяснит и наверняка задаст нашей дискуссии новый поворот. Пожалуйста. Переглядаючи якось стрічку новин в Фейсбуці, я натрапила на пост одного зі своїх друзів. Андрій Слободянек пише про те, що відправив у довічний бан людину за прояви ксенофобії. І попереджає інших своїх фейсбучних друзів. Люди, які на моїй страниці в коментарях або публікаціях будуть проявляти расову і релігіозну нетерпимість наносити оскорблення, касающиеся національної приналежності, соціального статусу і сексуальної орієнтації інших людей, будуть відправлені туди ж без предупреждення. Призиваю всіх к толерантності, терпимості і конструктивному діалогу. Андрій Слободянек вголос сказав про те, що відверто обговорюють і з чим намагаються боротися в цивілізованіших країнах, і на що у нас вважають за краще заплющувати очі – расова та релігійна нетерпимість. У слова «толерантність» є кілька пояснень – медичне та соціальне. Ну, з медичним все зрозуміло. У другому випадку – прийняття як рівної іншої людини, тією, хто думає інакше, у кого інші традиції, віросповідання, колір шкіри. Коли ми відчуваємо нетерпимість за всіма приліченими ознаками, в нас пробуджується огидність. Це така суміш страху та реакції уникнення. В інтернеті представлений цікавий проєкт «Все як у тварин». Автор розкриває витоки тих чи інших емоцій і відчуттів. Ксенофобія пояснюється просто. Ученые Принстонского университета, изучавшие отвращение с помощью МРТ, обнаружили совершенно удивительное его свойство. Возбуждение участков мозга, ответственных за отвращение, подавляет активность участков мозга, которые отвечают у нас за жалость, сочувствие, эмпатию и другие человеческие чувства.
И таким образом объект отвращения мы воспринимаем не как что-то живое, даже если оно живое, а просто как некую абстрактную, вот, неодушевленную мерзость, которую нужно немедленно удалить и желательно уничтожить. Будь это крыса, таракан, дохлая кошка, змея или бомж. И у этой эмоции есть еще одна очень интересная черта. Чем сильнее отвращение человек испытывает, тем больше его потребность в принадлежности к своей группе, что в социальном плане проявляется как патриотизм. И, соответственно, тем выше его неприязнь к чужим группам, что в социальном плане проявляется как ксенофобия. Тобто, чим огидніше людині, тим більше вона страждає на ксенофобію. До речі, такий собі ультрапатріотизм пояснюється так само. Існує теорія, що у будь-якого міста, як і у людини, є дві базові емоції. Це сукупність емоцій жителів цього населеного пункту. Так склалося історично, що у Миколаєва сум та огидність. Печаль отвечает за сохранение традиций с одной стороны, а с другой стороны за нежелание что-то менять, что-то делать, к чему-то прикладывать усилия. А отвращение отвечает за, с одной стороны, умение отстаивать свои границы и не давать кому-то их нарушать, а с другой стороны, увеличение дистанции между людьми. Это обусловлено историей города. Николаев был достаточно долго закрытым городом. Я считаю, что в целом николаевцы очень чтят свои границы. И если человек испокон веков жил здесь, да, какой-то вот Болгаро-Терновская республика, как ее называют, да, Терновка. Болгары жили здесь давно, поэтому так как они традиционно здесь, и они в нашей черте, да, в моих границах, николаевцы это воспринимают более-менее адекватно. Но совсем приезжих может встретить какая-то не очень хорошая реакция. Якщо враховувати, наприклад, що власник сумнозвісного ресторану «Сотка» Віктор Горбачов з того самого покоління, то стає зрозумілими джерело його нетолерантності. Далі ми ні на що не натякаємо, але... Если у человека немотивированная агрессия, немотивированное непринятие, немотивированное какое-то вот просто проявление враждебности к другой национальности или же к другому вероисповеданию, или же к другой субкультуре, да, то есть ну, это же тоже нетолерантность, то это глубинное непринятие какой-то части личности себя. В какой-то момент, например, что-то произошло в его жизни, и ему не разрешили быть другим. Да, вот ему в какой-то момент ему родители поставили очень жесткий запрет, какое-то очень жесткое табу. Когда вы о человеке или о национальности, или о цвете кожи не можете не думать без отвращения, вот это ваша часть личности, которую вы не можете, о которой вы не можете думать без отвращения. В Миколаєві в мирі і злагоді проживають представники понад 100 національностей. І прояви ксенофобії, на щастя, тут трапляються надзвичайно рідко. Враховуючи все вище згадане, у мене є добра новина. Базові емоції нашого міста потрохи змінюються. Адже сучасна молодь через доступніший інформаційний простір та більшу мобільність стає набагато толерантнішою. Ну, собственно говоря, кому как не Михаилу Гольденбергу начинать этот наш тур, а дальше уже тут есть целая очередь желающих. Пожалуйста. Да. Ну, в двух словах, конечно, эту тему не опишешь и не осмыслишь, но я хочу сказать одно, что наше межнациональное пространство, собственно говоря, мы говорим о Николаеве, ну, можно сказать о нем шире, но о Николаеве, это минное поле. И то, что у нас вот по телевизору показывают вот эти фестивали «Дружба», показывают по средам там встречи с представителями диаспор, это все очень хорошо, но этого недостаточно, потому что слишком глубоко природой заложено в нас вот это неприятие иного. И я здесь хочу вот такое маленькое, ну, отступление в теме сделать. Ну, цивилизация развивается по спирали, но по спирали в основном развивается та составляющая, которая относится к науке, технике. То, что касается этики, ребята, мы рядом с пещерой все время находимся. В пределах одного поколения мы можем из цивилизованного пространства опуститься в ту самую пещеру, ну, далеко от Германии ходить не нужно. Поэтому вот здесь, то есть вот эта этика, она не аккумулятивна, это не как таблетка, что ты как бы вот за века человеку вот давал знания и понимание, как нужно быть культурным, как нужно быть воспитанным, что из себя представляет история, культура, мира и так далее. Этого недостаточно. Этим нужно заниматься постоянно. Вот. Тем более, что интернет сегодня,
очень сильно вредит этому в разных аспектах, и особенно в том, что он лишает памяти человека. Он лишает человека памяти. Google и все. А когда у молодежи, в основном молодежи, потому что старшее поколение хоть немного чего там учило и помнит, когда нет этой памяти, то в него можно внедрить все, что угодно. У него нет контраргументов достаточных. И вот еще такой момент, связанный с, вот, с этой воспитательной составляющей. Для власти мы все пациенты. Это я уже как-то об этом говорил. И она впихивает в нас все то, что важно ей. И не всегда это в пользу каждому из нас и в пользу обществу как таковому. Поэтому вот эти контраргументы, которые в ваших силах внедрить в молодежь и передать это дальше, на вас только надежда, система образования. Спасибо, Михаил Давыдович. Александра Финькова, и тут уже прямо лес рук. Почти всем сейчас слово дадим. Давайте, наверное, по минуте, для того, чтобы всем хватило. А то я боюсь, что просто мы до конца передачи не поговорим. Пожалуйста. Тогда начну сразу с такого понятия, как эмоциональный интеллект. То, что сейчас обязательно рассматривается людьми, которыми занимаются образованием, в том числе людьми, которые занимаются самообразованием для повышения собственной эффективности, независимо от специальности. То есть если раньше на образование и там, развитие себя касалось просто интеллекта, ума, знаний, то сейчас обязательно говорят об эмоциональном интеллекте, то есть способности осознавать, что ты чувствуешь, что, откуда эти чувства взялись, что они тебе дают и чего им не хватает для того, чтобы эффективность была больше. Поэтому когда люди нынешнего, нового поколения достигаторов работают над собой, они в том числе занимаются и своим эмоциональным миром. Чем это касается Николаева? Слава Богу, пришел 21 век, век информации, и можно, не выходя из дому, не уезжая никуда, получать образование, получать новые специальности, новые знания, в том числе и с использованием вот этих технологий, технологий, касающихся эмоционального интеллекта тоже. И это позволяет городам, провинциальным городам, давно закрытым и так и не научившимся открываться, в новую свою кровь напитывать сразу на совершенно другом уровне. И поэтому я наблюдаю, как те, кто были студентами там еще 5-10 лет назад, и сейчас они только начинают свою деятельность, они начинают ее совсем иначе, намного активней, намного шире и намного глубже, благодаря тому, что они не потащили за собой следом то, что передали родители, вот то, что сейчас говорили вы, что вложите, это прошлый век. Молодняк сейчас вкладывает в себя сам, выбирая то, что эффективнее, то, что начнет работать быстрее, и то, что позволит избавиться от вот тех вот занос, которые тащатся поколениями, которые пещеру все так же и держат через шаг, отодвинув ее сразу на много-намного дальше. Спасибо. Илья Шполянский, как раз человек, который, в общем-то, как-то ворвался в общественную жизнь Николаева, и вот в буквальном смысле слова сделал себя сам. Ну, я хочу сказать, что... Знаете, вот если говорить о власти, да, у нас власть воспринимает это, ну, условно, там, мэр, депутаты, глава областной администрации, там, и депутаты областного совета. На самом деле, власть — это среднее звено, это директора департаментов, начальники отдела, которых там, простите, замшелые бронтозавры, там, до чайкинского периода, у которых немотивированную агрессию и отвращение, которое показывали только что, вызывают люди, которые что-то хотят поменять, и они не понимают мотивацию. Наступает этот момент самого яркого отвращения, если касается, как только, не дай бог, вдруг общественный коллективист коснется сакрального для любого чиновника места, это бюджета. Тогда это отвращение начинает вылезать на полную, и как бы ни топал ногами мэр, глава администрации и так далее, если чиновник этого среднего звена не хочет, этого не будет. Так этого и не будет. При 2 миллиардном бюджете областного совета на развитие и поддержку предпринимательства в год область тратит 190 тысяч гривен. И когда, ну, мы там приходили, ну, например, я говорю, в Мариуполе есть 5 антикафе, то есть коворкингов, свободных зон, точек сбора. Я прихожу, я сразу говорю вот все эти фразы, чтобы хоть как-то описать. Знаете, как отвечает чиновник? Неважно, сейчас мы не будем показывать пальцем все. Шо? Вот, один ответ. Шо? Все. На этом все заканчивается. Гроши? В бюджете грошей нет. И на самом деле
пока все разговоры о содействии власти, меморандумы, подписании условий, помощи и так далее, это все слова. На сегодняшний день практически так происходит, что именно вот это среднее звено, именно оно превращает искренних активистов и общественников, которые хотят абсолютно бескорыстно поменять свой город, в обычных городских сумасшедших. Ну, спасибо. Андрей, нам... сейчас секундочку. Можем мы это перебороть или нет? Ну вот, мы опять-таки, да, я все-таки очень прошу, чтобы мы возвращались к николаевским реалиям и не только говорили о том, как все плохо, но и о том, как это можно изменить и что в наших силах. Андрей, пожалуйста, потом Александр Викторович. Оксана, если вот готовы, то, пожалуйста, микрофон рядом. Про местечковость. В двух словах про местечковость. Ну, во-первых, я хотел бы не согласиться с категорией о том, что классическое образование, сейчас я объясню почему, классическое образование и наполнением академических знаний, это, ну, это что-то очень-очень нужное и очень важное. Я не сторонник этого категорически. Я сторонник того, чтобы знать, где эти знания на нужный момент взять, и как их использовать? Ну, то есть, вот я, это мое мнение, да. Почему я об этом говорю? Потому что в самом-то деле с развитием как раз интернета, с развитием, так скажем, социального сообщества мирового, я сейчас не говорю об украинском там или русскоязычном, а мирового в целом, как раз местечковость и преодолевается, потому что местечковость преодолевается только тогда, когда поступает свежая кровь, свежие мысли, свежие идеи и новые объекты для подражания. Если сейчас сказать, вот, ну, этот вопрос мы часто достаточно обсуждали, ну, в разных кругах, почему в Николаеве вот эти история Игоря имеет место быть, эти вот Adidas. Потому что так одевается элита. Всегда люди хотят быть похожими на элиту. И элита формирует, те, кто считает себя элитой. Вот это вот будет правильное определение. Как одевается элита, на чем она ездит, как она ходит и так далее. Вспомните, например, почему была катастрофическая в 90-х любовь к марке BMW. Потому что ездили в то время успешные на тот момент люди. Считалось это круто, и BMW у нас это один из самых таких хороших рынков. И то же самое и с одеждой, и то же самое со всем. Так вот, единственный источник сейчас, который на 100% может компенсировать, скажем так, компенсировать вот этот вот недостаток притока свежих идей, это вот источник как раз связанный с тем, что, с развитием интернета. Вот как мне так кажется. Спасибо. Оксана Курина, если есть что добавить, и потом Александр Викторович. Ну, возникла такая мысль интересная по поводу, когда другие люди приезжают в город, ну вот как по себе, очень многие мои знакомые, даже не коренные николаевцы, такая идея сразу вот что-то улучшить, это как въехать в новую квартиру, хочется там сделать ремонт, как-то покрасить, новую мебель поставить. И вот мои знакомые волонтеры, ну и как бы я в том числе, принимают участие в каких-то таких мероприятиях знаковых для города. Почему-то вот приезжие, а какие-то вот местные коренные николаевцы очень часто потом спрашивают: «О, Оксана, что ж ты нам не сказала, мы бы поддержали, мы бы там побывали». Ну, как-то мне очень странно, почему такой парадокс вот возникает. И вот оно существует, такой вот исторический вопрос. Спасибо. Так, ну, Виолетта Рутюнян рвется, давайте сейчас вот уже здесь, на этой половине поля мяч отыграем и перейдем сюда, пожалуйста. Да, я очень коротко. Дело в том, что вы говорите, не коренные николаевцы, когда переезжают и хотят что-то изменить. Да тут коренные николаевцы, когда что-то хотят изменить, и в свое окружение говорят: «Ну, давайте поддержим вот эту акцию. Они первую акцию там, ну, вроде бы поддержат. Во вторую уже говорят: а что ты это делаешь? А тебе за это платят? А потом еще обвиняют в продажности. А потом вот эта вот галея идет такая: а чего? А за какая мотивация вообще нам что-то двигаться с места? Пускай вон правительство делает, у них денег много. Все. Спасибо. Сергей Гаврилов, давай у тебя уже это здесь закончим. Я хочу вернуть всех к сюжету о толерантности. Все очень просто. Так сказать, к нам понятие пришло из Европы, у них там народ воспитывался, у них в позвоночнике сидит, так сказать, позитивистская философия. Личная свобода начинается там, где заканчивается свобода другого человека. Так сказать, у них судьба, у нас доля. Поэтому, так сказать, вот все эти понятия, они на уровне межэтнических конфликтов очень и очень хорошо работают. А по поводу стороннего взгляда и особенностей, так сказать, николаевцев как таковых, особенностей, так сказать, общинного характера, то народ на нас смотрит, приезжий, как Миклуха Маклайна папуасов. Вот ресторан, так сказать, мафия, так сказать, это самый живой последний пример. Действительно,
Народ очень беден, мы стоим в стороне от магистральных финансовых потоков, и поэтому там гречка, не гречка, но какой-то там мизерной копейкой можно решить все свои проблемы здесь. И поставить, так сказать, эту мафию там в горосполком. Все относится. Да. Спасибо. Тогда давайте сейчас, чтобы сделать такую своеобразную отбивку перед вот нашими, тем, что наши гости сейчас возьмут слово, уже никто из экспертов не будет пытаться их перебивать. Давайте посмотрим еще один сюжет из программы «Город и знаки», который продолжает исследовать вопрос о том, где же у Николаева сердце. Сердце города? Опрометчивое название для этого участка земли. Кто знает, где сегодня бьется наше николаевское сердце? Глиноземный завод? Нет, там деньги, да и то не наши. Зарямаш проект? Вряд ли. А может быть, сердце в порту? Когда-то оно было там, кажется, в 1862 году. С открытием порта началась жизнь в умирающем Николаеве. С легкой руки военного губернатора Богдана Александровича Глазенапа был разрешен заход в порт иностранным судам. Это было 150 лет назад. Финансовые потоки сосредоточились в городской общине. Появились международные банки, общественные здания и железные дороги. Город сразу вошел в десятку самых крупных населенных пунктов Российской империи. Динамичный организм имел здоровое сердце – морской торговый порт. Сегодняшняя власть издала закон о централизации управления портами, и митральный клапан нашего сердца сразу умер. Прибыль от деятельности Николаевского порта уходит в Одессу, а потом в Киев. Нет, сегодня сердце не в порту. Где оно? Никто не знает. Скептики говорят, что оно бьется в супермаркетах, на блошиных рынках. Оптимисты утверждают, что кровяной насос в IT-компаниях. Доказательства приводят довоенную статистику украинского МВД за 2012 год. Оказывается, Донецк лидирует в преступлениях по разбою бандитизму. Львов и Самбор – изнасилования. Одесса – мошенничество. А Николаев – столица европейского хакерства. У нас здесь компьютерные мозги, которыми питаются все силиконовые долины мира. Но это мозги. Где сердце города? Где оно? Итак, сейчас по две минуты нашим гостям. Очень прошу экспертов не перебивать, потому что, ну, есть что сказать, и хотелось бы, чтобы мы не рвали ваши спичи. Пожалуйста. Я хотел пока вернуться еще к предыдущему сюжету касательно ксенофобии. Более там попался на фрагмент там, «Таракан». Сразу мне вспомнилось у Кафки замечательный роман «Превращение». Рассказ. Закрытое, да. Все, вот закрытый город, там... Закрытая территория, квартира, сын превращается в таракана, и через время его родные, которые его безмерно любили, тоже стали не воспринимать. То есть вот это вот такой момент ксенофобии. И опять же, если вернуться, да, к великой могучей Америке, если вернуться к более близкой Одессе, чем больше людей разных народностей, разной ментальностей, разного цвета кожи, в том числе там, да, и мошенники, кто угодно, тем активнее развитие города идет и больше позитива. И вот, наверное, вот что может быть не хватает чуть-чуть Николаеву, это привлекательности и каких-то, может быть, даже бесполезных, но приятных вещей. Опять же, взять там пример Батуми. Совершенно недавно, да, но построили это непонятные целующиеся статуи, вот. Пользы от них никакой, но людей это привлекает, люди туда приезжают, и это уже достаточно такой не очень комфортный город в прошлом, сегодня достаточно процветающий и привлекающий много-много людей. Что же касается вот последнего сюжета хакеров, программистов, однозначно это, наверное, та фишка, может быть, та изюминка, которая, может быть, сегодня подхватит тот утраченный наш бренд Корабелов, и вот это, может быть, та надежда, куда можно направить какие-то свои силы на развитие именно этого направления.
Я хочу, возвращаясь вот то, что сказал Михаил Давыдович, то, что мы недалеко ушли от пещеры, я вообще считаю, да, что как бы процесс оккультуривания, он идет не веками, он идет во время жизни каждого человека. Человек рождается голым в культурном смысле этого слова, и все, что за него вложили в течение его жизни, то это и есть. А культурный слой настолько тонок и настолько хрупок, что он слетает одним щелчком. Да? Любое давление серьезное, любая, не дай бог, там конфликтная ситуация, человек становится животным, который готов съесть такого же животного в прямом смысле этого слова, даже не в переносном. Но это как бы о плохом. А вот продолжая то, что Оксана говорит, да, почему приезжают свежие люди и вдруг начинают что-то пытаться делать. Вот расскажу пример. Год назад в город Николаев вернулась девушка, которая в Николаеве родилась, там в школе, по-моему, училась, и она уехала из Николаева. Потом она в какой-то момент по семейным обстоятельствам вернулась в Николаев, и такая активная, такая яркая, звездой влетела, куча мероприятий, все. А все так смотрят, и мне говорят: да ну перестань, ну вот это не получится, ты пойдешь, я пойду туда, мне там дадут, да не дадут тебе там уже. И вот она там прошел год, и она уже вернулась, уехала в Киев, да. Ну, может быть, не потому, что она там разочаровалась в Николаеве или чем, просто мы здесь уже в этом болоте, набив собственные шишки, мы понимаем, что если мы и дальше будем каждый день делать одни и те же, наступать на одни и те же грабли, то мы будем выглядеть просто, ну, или идиотами, и все равно мы рано или поздно свыкаемся с этим. Мы научимся обходить эти грабли, мы учимся хитрить, ловчить, договариваться, и в конце концов, рано или поздно мы превращаемся в это общее застойное болото. Вот. А яркие звезды прилетают, улетают и ничего не могут с этим болотом сделать. Потому что, ну, как, здесь нечему это разорвать. Мы не можем каждый приложить свои силы в отдельно взятом деле. У нас сегодня ничего нет. Вот почему я и говорю о том, что Николаев именно беден, да, как бы это отлично. Это черное поле. Любая зажженная спичка производит впечатление «ах», да. То есть любой... Два высаженных дерева, это уже, ну, как бы, замечательное мероприятие. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это и пока плохо. Ну, как-то очень пессимистично все. Может быть, у вас есть рецепт, Александр Викторович? Нет, я хочу, насчет рецептов, это к врачу. Это, значит, два момента. Вот относительно толерантности, все-таки тут есть какая-то теория на этот счет. Она развита, да? Тут все, что мы не понимаем... с точки зрения философии, называется другой. Иншей украинскую мову. То есть другой, не такой, как мы. Это вот термин такой, да, вот с отрицательным моментом. Значит, есть три разных позиции относительно другого. Ну, может быть, национальная вещь, а может быть и профессиональная, а может быть и гендерная, и какая угодно. Извините, я уже на жаргон перехожу. Вот, равнодушие. Это то, что больше соответствует городу Николаеву. Ну какая мне разница, кто он? Я не вникаю в его культуру. Бог с ним. Но стоит только этого равнодушного человека по определенным правилам, как мы выражаемся научным языком, канализировать, он превращается в вот этого самого пещерного человека, о котором вы говорите. Вторая фаза – это толерантность. Но это я уже что-то там понимаю, но до конца не догоняю. Да, потому что там есть какие-то свои законы культурные, ну, уже этого человека в пещеру загнать труднее. Есть еще третья фаза, это называется этика гостеприимства. Вот я знаю, что ты от меня отличаешься, я сделаю все для того, чтобы ты от меня отличался, и я не буду тебя переделывать. Вот этой истории в городе Николаеве пока я не видел. Редко, совсем редко. Теперь, что касается вот этой реплики, я... Обожаю Юру как своего соавтора, как в высшей степени интеллигентного человека, но не согласен с одной позицией. Как не николаевец, абсолютно четко скажу, я часто сталкиваюсь с тенденцией, что же те люди, которые родились и выросли в Николаеве, не видят в Николаеве звезд. А звезды есть. Это совершенно точно. Нужно просто разуть глаза. И использовать вот этот самый вот третий принцип, этику гостеприимства, да, тогда начинается
другая жизнь. И еще 30 секунд буквально относительно того, что люди разочаровываются, когда они приезжают и что-то делают. Это, с моей точки зрения, а потом уезжают куда-то. С моей точки зрения, это просто недостаточная зрелость и отсутствие подготовки. Всякий человек, начинающий делать серьезную работу, должен понимать, что на его пути будет полно всякой гадости, неприятия, каких-то вещей, все его будут скупать. Да плевать ему на это все должно быть. Никому не надо. Совершенно верно, так было всегда, так будет всегда. Нужно уметь лоббировать свои интересы, искать себе союзников, искать адекватные решения и так далее. Крутиться надо уметь, и все нормально, но при этом проявлять терпение. Да, и не сдаваться. Вот и все. Потому что не сдаваться – это профессиональное качество. Спасибо. У нас остается очень мало времени до конца, но я хочу дать по 30 секунд каждому из участников. Только, пожалуйста, именно 30 секунд. Для того, чтобы вы, каждый из вас, подвел свой личный итог сегодняшнему разговору. Вот Кирилл Горбенко рядом всех, ближе всех, пожалуйста. Ну, итог, я думаю, что такие передачи должны быть как можно чаще, тогда, может быть, какой-то мы выйдем на итог. А завершить я хочу просто два слова. Не позволяя душе лениться, душа обязана трудиться день и ночь, и это, наверное, должно стать девизом для всех, для интеллектуалов города, которые есть, для культурных людей, которые есть, ну и через тернии к звездам, и мы все преодолеем. Спасибо, Сергей Гаврилов. Для того, чтобы меняться, надо очень сильно работать. Вообще-то работать над собой, каждому, это очень большой кропотливый труд. Это гораздо круче, чем вагоны разгружать. Желаю всем тяжелого труда. Спасибо. Виолетта Рутюнян, которую я обычно просто совершенно волюнтаристски лишаю слова, я думаю, ей тоже есть что сказать. Мне всегда есть что сказать. Я просто хочу пожелать всем, как дополню Сергея, чтобы у всех всегда была в жизни мотивация. Мотивация развивать себя, развивать свою семью, развивать свой дом. И не забывать о том, что нужно развивать людей вокруг себя, город и Украину в целом. Спасибо, Оксана Курина. Да, вообще-то, чтобы что-то менять, конечно, важно иметь бойцовские качества, но даже если просто человек является каким-то носителем хороших этих важных качеств, которые помогают менять мир вокруг себя, то стоит сохранить в себе их, и появится очень много вокруг единомышленников, я в этом уверена. Спасибо, Андрей Остров. Я обращаю наше внимание на то, что тема все-таки у нас о Николаеве. Давайте вот и ваши итоги, чтобы они все-таки тоже касались именно Николаева, пожалуйста. После сегодняшней программы я, конечно, ну, скажем так, напитался неким негативом от николаевцев по поводу того, что вот как у нас все плохо, как у нас вот все. Я вижу совсем город этим другим, я вижу его хорошим, я стараюсь замечать только хорошее, и всем желаю тоже замечать хорошего, его вокруг нас много, и, собственно говоря, это наполнит нашу жизнь улыбками, радостью, все, и всем хорошего. Спасибо большое, Игорь Пух, пожалуйста. У нас в Николаеве 3300 жилых многоэтажных домов, из которых только 520, если не ошибаюсь, плюс-минус 1-2, создано в СМД. Так вот я хочу сказать, что не может быть, чтобы не было 3000 активных людей, которые взяли бы и сделали бы свое жилище своим. Поэтому равнодушие нас когда-нибудь убьет. Спасибо, Александра Финкова. То, что сейчас происходит в Николаеве, это ответственность каждого ныне живущего николаевца. Мы должны понимать, что мы выращенными людьми, жившими в закрытом городе, мы сами научились быть жителями закрытого города. Для того, чтобы город стал открытым, надо самим стать жителями открытого города, когда город откроется. Все просто. Спасибо, Александр Смирнов, пожалуйста. Я присоединюсь, наверное, ко всему, что было сказано выше, а от себя хотел бы сказать, я услышал элиты BMW, элиты Adidas, вот, наверное, Николаеву стоит, и Николаев это слоеный пирог, да, и у каждого прослойки этого пирога есть своя элита, на Слободке, на Соборной, здесь в студии, в Академическом театре, вот я хотел бы, чтобы в Николаеве, это как бы рецепт для Николаева, это создание, наверное, новой элиты, которые должны создавать мы с вами. Спасибо, Леш Полянский. Ну, я хотел бы о социальных лифтах спросить вас, Ярослав. Скажите, почему у Симченко две чашки, а у других гостей по... А там одна чашка моя. Вот так рождается зависть, кривотолки и политические спекуляции. Ну, вот так вот с улыбкой. Пожалуйста, Михаил Гольденберг.
Я еще не начал. Друзья, мы о Николаеве действительно говорили недостаточно много, и Сергей только вот в конце затронул тему мафии. Есть немало, я говорил о наследии, это относится к наследию, к его сохранению относится и наш некрополь Николаевский. И, к сожалению, вот те действия нашей власти, которые вот она совершает в отношении вот этой нашей памяти, просто преступны, ущербны и преступны. Потому что абсолютно незаконные изначальные стадии решения этого вопроса узакониваются поднятием рук на сессии. Все. Оно узаконило. Поэтому я полагаю, если вернуться к организму, ну, к тому, что я не хочу называть мозгом, но тем не менее, там у нас во власти в местной сидят люди, ну, по-моему, уже десятилетиями. А вы знаете, что происходит с организмом, с возрастом? Деменция. То есть вот это старческое слабоумие, правда, слабым я это умие не назвал бы, но оживить и обновить нашу николаевскую власть, это просто необходимо. Спасибо. У нас осталось буквально полторы минуты, я хочу распорядиться ими максимально эффективно. Александр Викторович Пранкевич, который часто дает очень умные советы, если в минуту вложится, пожалуйста. Я не люблю давать советы, мне уже нечего сказать. Я люблю один миф, который мне кажется очень адекватным. Вообще для времени и для Николаева, это миф о Сизифе. Да, вот в исполнении Альбера Камю, помните, да, что он катит камень, а потом камень сваливается, а потом он снова катит. Это мне похоже очень на то, что мы сейчас говорим и делаем. Но самое главное, что написано у Камю, я представляю себе Сизифа счастливым. Почему? Потому что он понимает свое дело и потому что он ему сопротивляется. Потому что следующий шаг был, да, то есть это какой-то другой... другое сопротивление. То есть, вот, собственно, какой тут совет. Катать камень. У меня здесь такая же фотография, я сделал в Шкловском районе. Значит, там какой-то большой шутник сделал памятник Сизифу, элитное хозяйство какое-то сельскохозяйственное. Шикарный посыл. Ну, у нас в нашей літературі також є практично аналогічний заклик «Лупайте цю скалу». І я впевнений, що саме якщо внаслідок цієї програми ми хоч трохи задумуємося над тим, що саме наша равнодушие, наша байдужість, вона вбиває, як каже Ігор Пох. І саме від кожного з нас залежить, у якому місті ми житимемо, у якому місті житимуть наші діти, якщо ми хочемо, щоб тут покоління за поколінням виростали саме миколаївці, які гордяться своїм містом, то це справді залежить від нас. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.